Поехали. Приехали. Пока никто не создал. Ну, ждем тогда. Смайлы хороши. Да. Там много анимированных смайлов. Бобер там, который смайлик, типа стример. И разговаривает еще что-то. А, выключен микрофон там у него. Подорожник, соответственно, тоже. Да ну нафиг. Известная цитата из фильма трешачкового, такого комедийного, не помню, как называется. Максимус 228. Все хорошо, надеюсь, у вас тоже нормально все. Данпила и Юли нет, но уже кто-то создал. Турели создал. Спасибо за Overwatch. Спасибо, что смотрели. Я с удовольствием играю в Overwatch, тем более, что вечер... Ну, я и днем периодически захожу партичку, так сыграть. Правда, лучше, конечно, серию играть. Bad Blade. Игра хорошая. Пользователь CTCAT активировал премиум на ваш канал. Точно, еще же озвучка работает по активации. Игра хорошая, да, для альфы очень выглядит готовой, очень. Героев для начала хватает, то есть там 18 штук уже там, на месяц освоить это займет время, учитывая то, что Близы будут так же, как в Heroes of the Storm, добавлять новых героев там интенсивно, то где-то через год их число должно увеличиться в... Так, это неправильный Ice Crown, к сожалению. Какой твой любимый герой? Не самый простой, а самый любимый. Ну, трейсерка, конечно. Потому что ты видишь, как можно играть за трейсерку. Ты видишь, насколько она опасна. И как и против одиночной цели, и против группы противников. И как, в принципе, тактическая единица, она хороша за счет маневренности. То есть она как раз один из немногих героев, который способен в одиночку стянуть всех на точку. При... Ну, при атаке. То есть она в атаке может... Очень часто такое, кстати, происходит. Она выбирает момент и просто прорывается на точку. Это вносит смятение в ряды врага. Кто-то решает вернуться, защитить точку. Кто-то остается сражаться. То есть банально не хватает координации на начальной, вот на этой стадии, на текущей. Вот. И, ну, не говоря о том, что ее, в принципе, сложно бить, если только ваншотом в голову. Но ваншот в голову ее прям гарантированно убивает, даже если ей накинуть симметры 50 хп. Потому что снайпер в голову снимет больше 200. Не знаю, сколько именно, но больше снимает ваншоты. Это, в общем, она. У трейсерки великолепный дамаг. Трейсерку крайне сложно вырубать героями танковыми. Ну, хотя тут товарищи, если приноровятся хуки кидать, они могут ловить ее на серии выстрелов. Трейсерка, как правило, не прерывает серию выстрелов. И можно ее за это как раз карать. Так, здесь у нас Витя создал. Косматий поддержал ваш канал на сумму 100 рублей. 100 рублей. Мишкер, желаю тебе 2 туренов для кайфовой каточки. Желаю удачи в бою. Бою, каточки. Ready, stream of PLZ GLHF. Турель говорит, извини, не получилось создать НП. Какие проблемы? Главное, пытался. Мы поняли, имба резать. На самом деле, трейсерка не будет имбой. Она будет имбой только в руках очень небольшого количества людей. Потому что она должна быть проворнее всех остальных героев. То есть это герой такой с единичкой стренджи и с десятком ловкости. И она должна быть вот прям на шаг впереди любого героя. Потому что если они будут играть одинаково, даже несмотря на мобильность, трейсерку можно убить. Можно убить ее капканом, можно ее там как-нибудь заспамить тем же самым красавчиком. Можно бросить в нее хук, можно ракетой на опережение стрельнуть, если будет невнимательная. И, ну хотя ракета не ваншотает, можно откатиться. Но так или иначе, она должна быть быстрее остальных героев. И в плане слот для випса опять...
не успели. Вот, но такие игроки всегда будут на профессиональной сцене. Помяните мои слова. Будут люди, которые этого героя будут просто... просто такие чудеса на нем творить. С радостью. У них должна быть отменная реакция, внимание великолепное и клевая точность. Потому что за малейшую заминку тебя карают смертью. Дела. Поэтому, мне кажется, трейсерка, она в принципе будет одним из самых зрелищных, можно так сказать, героев. Если дело дойдет, когда дело дойдет, турниров. Чего желает? Ну, потому что она просто будет унижать. В грамотных руках она просто будет унижать. И люди будут гореть. Где прольется моя кровь? Склоняюсь. Как вчера с Кавком катка закончилась, я вырубился. Ну, я... второе место, но... альтабнулся выключить стрим мудрости. Что-то он уже второй раз не успевает выключать стрим. Нехорошо, мудрость. Нехорошо. Или не успевает включить во время стрима. Непонятно, зачем он альтабался. Вчера катка закончилась, я проиграл. Проиграл последнему товарищу. Таурен, панда и козел. У меня было Варден и два Блейда. Но практика показала, что они с Тауреном особо ничего сделать не могут. Ну, в моих руках, по крайней мере. Но Хавк умер. А, я первый по очкам был, кстати. Постройка завершена. Да, да, первый пачка. Новое мое прозвище, первый пачка. Буду занимать вот эту вот базу, потому что направо очень несподручно идти. А здесь, если поставить второй зигурат, то можно там потихонечку дочапать. Дела не ждут. Нужно быстрее зигурат ставить, конечно. Да свершится предначертано. Стройка завершена. Заказываю героям. Нужно больше. Сделать бы еще разведку, конечно. Он в любом случае сюда пойдет, понимаете? Ему особо выбора нет. Он может, конечно, вниз пойти, но маловероятно это событие. Склоняюсь перед вашей волей. Так, нет, давай-ка лучше магаз запилим до разведки, а то как-то... Я жажду служить. Как-то нехорошо выходит. Магазин поближе, вот сейчас можно уже идти разведать. Не знаешь, когда ОБТ? Нет. Склоняюсь перед вашей волей. К сожалению, не знаю. Но я надеюсь, что игра будет. Жду служить. Так, тут непонятный куман. Нужно построить с нагой. Нужно построить зикуля. Постройка завершена. Не удалось. Давай-ка нерубочку. Надо дыхание сначала брать. Ты меня уважаешь? Не дай себе засохнуть. Выпить хочешь? Не дай себе засохнуть. За качество. Торопиться некуда. Нужна нерубка, нужны скелеты. Для рывка. Мне рубка реально нужна. Так, скелетиков. Выпить хочешь? Еще одного финда. Тихо-тихо-тихо. Блин, а что я скелетов не выбил? Но он почему-то мне отдает этого архмага хорошего, большого, здоровенного. Выпить хочешь? Ну, раз отдает, будем брать. Ой. Не дай себе засохнуть. Вы звали меня. Выпить хочешь? Не дай себе засохнуть. За качество отвечаю. Он с ментами выходит. Ну ты нарвался. Надо просто под нерубкой здесь сражаться и всем. Не дай себе засохнуть. Он очень странно сейчас себя ведет. Но это мой первый клиент. Спанду только надо вывести из окружения. Вдохнуть можно назад. Очень странное окружение. Очень странное. Не дай себе засохнуть. Надо сделать грейд на Т2. Потому что пора выманить тут скелетов. Возможно, сделать вторую нерубку. Возможно. Без проблем. Вызываешь пару скелетов.
Ты меня уважаешь? Я жду. Мне выпить хочешь? За качество отвечаю. Он видит меня, я в курсе. Да, без проблем. Ну как бы все равно хочется. Не дай себе засохнуть. Вот из этого выпадает. Ну еще по одной. Там of experience сразу иногда. Не дай себе засохнуть. Скелеты откатились, надо еще скелетик поднять. Ты здесь. Ты меня уважаешь? Ну, все. Не дай себе. Берем сразу рабочего сюда, ставим базу. Тут мы получим третью панду, это настоящая проблема для Хумана. За качество отвечаю. Блин, опять мы в мане, сегодня опять выплаты были. Пивка для рывка. Так, есть вампиризм. Вообще, учитывая сложившуюся ситуацию, точно нужно играть в Гарк. Первая панда плюс вампиризм. Это... Не дай себе засохнуть. Но опять же, это делается через фэндол. Ставлю тут личку. С радостью! Не дай себе засохнуть! Продам перчатки. Маловероятно, что они пригодятся, только слот занимать будут. Даже для второго героя. Третьего левела нет. Отступать не хочется. Давайте зайдем сюда. Так, сделаем сейчас еще одного. Воу-воу-воу-воу-воу-воу! Ну нифига себе он. Наглец, но он не доконтроливает, конечно, он отдал мне просто все. За качество отвечаю. Все вышки. Ты причем уважаешь? Не отменял большую часть из них. Еще по одной. Не дай здесь второе дыхание, я дышу. Ну и все, в общем-то. Не дай себе засохнуть. Контролируем чисто, чисто этого финда. Он, правда, не подконтроливается, но это уже другая тема. Не, подконтролил. Ну, остается нога первого левела. Ты меня уважаешь? За качество отвечаю. Убиваем ее. Стройка завершена. Здесь делаем рабочих, все, минус, товарищ. Это очень хорошо, потому что, во-первых, я избавил свой эксп от поползновений врага. Сразу нужно идти вот сюда, вот, чисто ради экспы. Нужно больше. Заказывать второго героя, заказывать... Ой, Зигурат. Значит, сейчас здесь будет Зигурат уже. Не дай себе давай тогда обсидианку. Сатерхаус, то есть. Постройка завершена. Так, ну тут лучше сначала одного выстроить. Выстроить рабочего, не а потом уже героя засохнуть. Брать. Выпить хочешь? Я жду. Шесть финдов пока время хватит. Дела не жду. Но еще по одной. Дела пивка для рывка. Дай пару скелетов, так быстрее не будет. Выпить хочешь? Ну ты нарвался. Закопку делаем. Еще одного рабочего. Здесь, пожалуй, Зигурат. Вот не знаю, третью базу или выходить из... Наверное, все-таки третью базу лучше заказать. Не дай себе засохнуть. Все, поехали. Ты меня уважаешь? Лес вроде есть, поэтому... Не дай себе. Стоп, а я грейт на Т3 же не заказал. Сначала грейт на Т3. Выпить хочешь? А потом уже все остальное. Не дай себе засохнуть. Панду надо сейчас немножко закупить, по крайней мере, мангами. Постройка завершена. Обсидианку беру. Не дай себе засохнуть. Второй герой. Тинкер. Окей. Выпить хочешь? Склоняюсь. Для крипинга неплохо. Вашей волей. Че, не против? Ну, еще по одной. Совсем не против. Не дай себе засохнуть. Так, что я хочу? Я хочу склеп второй. Ваше золото. Ваша воля исполнится. Ты меня уважаешь? И крепится. Ну, еще по одной. Все-таки бы еще завершена. Сделать. Из лимита можно выходить, но не нужно пока. Ну, еще по одной. Это закажем, сеточку делаем. Блин, если сеточка, то я... Не, не надо сеточку пока. Лучше нычку поставить. Служить. А то я тут, видите... Прольется моя кровь. Ты меня уважаешь? Я... Так, теперь ну, надо потихонечку выходить в центр. При этом сейчас вот достроится второй склеп, ты штампануть. А для этого сказал? Мне нужен зигурат еще один под 70 жизнь хотя бы. Еще по одной. Окей, не проблема. Не, выпить хочешь? Панда хорошая. Склеп надо было еще купить, но... Выпить хочешь? Что по лесу там? Гули стараются. Давайте поближе. Меня сейчас очень нужен лес. Выпить хочешь?
Не дай себе засохнуть. Я жду. Постройка завершена. Так, я выхожу из лимита. Давай, ладно, раз и два. Не дай себе засохнуть. За качество отвечаю. С радостью. Так, а тут нужна сетка. За качество отвечаю. Пивка для рывка. Нужна сеточка, пацаны. Еще нужна сетка, которой нет. Живые стройка завершена. Так, ну сейчас как раз сетку делаем. Чего желали? Не дай себе засохнуть. Беги, беги, беги. Ты пробудился. Да, жалко, тут пришел. Пришла сосиска. За качество отвечаю. Я с радостью. Вот не надо так. Стройка завершена. Танковать. Не дай себе. Ну, вроде тут, ну, кем-то нужно танковать, а? Ну ты нормался. Огненный плащ на панду. Третий герой. Сейчас не хватает. Выпить хочешь? Банку восполняем. Не дай себе. Ну, я жду третьего героя, по крайней мере. Выпить хочешь? Есть. Ты меня уважаешь? Давай-ка назад. Выпить хочешь? Надо героев хилять. Тут... Все очень плохо. Панда пятая. Вроде как клево, но... Сюда калита еще одного. Книга мудрости и жезл похищения маны. Сделаю зиггурат на 80. Еще по одной. Так, я пока не буду факту вызывать. Этот герой пойдет сначала сюда. Здесь пытаемся выманить. Надо не жалеть сейчас дышать просто. Дышать, как никто никогда не дышал. Винные пары, дыхание сразу. Ой, вторая панда. Какая-то дичь. Просто дичь. Тут вторая факта дождался. Кидаю. Беру. Ты меня, ну, легкий уважаешь? Закуп делаю. Хочешь? Тут винные пары, опять дыхание. Ты меня уважаешь? Отступаем. Сфера льда. Да, постройка завершена. Так, можно взять Шреддера. Нужно взять Шреддера. Не дай себе засохнуть. Так, пустая тележка на хп, к сожалению. Кольцо защиты неплохо. Берем Шреддера. Сразу сюда ее. Глей пока убирать не буду, потому что... Что леса не хватает, я еще грязи не делал. Не дай себе засохнуть. Пошла факторочка. Лечимся. Тут можно закопаться еще. Так, винные пары, дыхание. И этой пандой отступаем. Качаться должны остальные. Выпить хочешь? Да, без проблем. Ты меня уважаешь? Тинкер и эта панда. Не дай себе засохнуть. Там приходит враг. Сфера льда пошла. Винные пары. Дыхание. Дыхание. Амулет защиты берем. Тут подконтроливаем слегонца. Убиваем у него. Справились. Хорошо. Ставим базу. Надо в гарк переходить уже. Точно, срочно. Да свершится при меня. Зачистить последнюю точку. Еще по одной. Купить. Ты меня пропьем манку. Еще по одной. Так, давай факторочку сюда, здесь закопайся. Сзади он нападает. За качество отвечаю. Пивка для рывка. Ты меня уважаешь. Еще по одной. Стройка завершена. Кидаю винные пары. Мудрость сливает. Здесь тоже можно дыхнуть и панду эту увести. Так, что я хочу? Я хочу делать грейды. Я хочу делать гарк. Хочу финдов сдавать еще. Еще миг контроля тогда я сдавать хочу. Панда третья.
Камень преисподней отличный. Сейчас надо еще попринимать тех людей, которые сюда будут идти. Ну, в центр имеется в виду. Они сейчас еще кто-то из слоупоков будет идти. У кого-то будет воздух при этом. Надо взять гулей, чтобы лимит освободить. Чего? Здесь вот заказать еще рабочих. Убить одного финда, наконец. Сделать грейд на дистроф. Вот, вот так вот. Лови, ну хоть кого-нибудь лови. Вот так вот хотя бы, да. Стройка завершена. Винные пары, дыхание, дыхание. Отступаем, еще дыхание. Давай еще свиток юзнем. Давай камень... Нет, камень преисподней не надо было юзать. Он телепортировался уже. Убиваем гулей. Идут сюда медведи. Турели работает. Ко мне приходит панда. Чужая панда. Не дай себе засохнуть. Там медведи жгут. Ладно, я телепортируюсь, тут слишком много медведей. У меня все пустые, понимаете? Так, ставим склеп, склеп, слоттерхаус второй, добиваем грейда. Сейчас нужно просто заняться базами. Вот, вот это вот достроить. Не дай себе засохнуть. Здесь хилка нужна. Одну обсидианку, много гарг, грейд на гарг. А где гарги-то? Гарг нет. Финды живые, а гарг нет. Приехали. Понятно. Короче, надо вот эту вот сосиску замочить. Ну что там наглый такой? Вот какого хрена он сюда летит? Вообще без какого-либо основания, на мой взгляд. Я жажду служить. Нельзя так делать. Я жду. Не дай себе засохнуть. Я зря палюсь. Героям у нас сначала было словить виверну. Тут еще одна виверна ловим. Стройка завершена. Чудо харас. Ну вот этих вот пацанов будем сбивать. Постройка завершена. Так, а давай-ка сначала все-таки вот сюда вот. Или добьем. Добьем, да, давай добьем. Ты меня уважаешь? Вы не хочешь? Исследование завершено. Не дай себе засунуть. Я тут дышу просто. Ставлю факторочку, нападаем. Панди, правда, тут немножко... Да, и меня расстраивает, что... Не дай себе засохнуть. Убиваем быстренько. ГГ, сосиска пишет. Ну чё ж приходил-то ты? Непонятно. Так, докачаю панду тогда. Здесь сразу же берем, делаем две базы. Не дай себе засохнуть. Обсидианка вроде как должна была быть... А, точка сбора, видимо, кривая у обсидианки. Жизнь. Что-то всем смелый какой. Добиваем грейды. Да, заказываем гарк. Ой-ой-ой-ой! Ты пришел. Держись, панда, держись. Не продержишься. Шейда нужна, товарищ. Я шейду всегда делаю с таким, с такой задержкой, что... Так, тут летает сова. Мне нужны гарги. Гарги делаются, грейды делаются. Нужен магаз вообще для... Пока что здесь, например. Нужно вот это вот закрепить, но крепить надо скорее пандой. Хотя не столь принципиально. Мне эта панда, что четвертая, что пятая, пофиг должно быть, потому что... Ну не принципиально уже. Уже есть одна панда. А, вот куда обсидианка шла. Действительно, у обсидианки другая точка сбора, просто она шла в центр, а в центре больно бьет. Так, я выключаю здесь
призываю тебя. Стройка завершена. Выключаю сетку, потому что дракона как-то надо убивать. Книга знаний. Пожалуй, на тинкер возьму. О, ничего с этой длинной парой дыхания. Сетка, сетка, сетка. Не дай себе засохнуть. Убиваем. Опять не хватает на хил. Стройка завершена. Ставим базу. Надо сейчас быстрее двигаться. Этой пандой затариться хорошенько. Здесь купить ману. Ботинки. Ботинок еще нет. Но сейчас ботинки можно, например, тем же самым тинкером взять. И вообще менять надо сейчас. Да все надо менять. Надо менять пауков на не больше пачки гарг. И самое главное, там, одного-двух вермов. Сделать шейду обязательно. Доделать грейд третий на арм... А, точно доделался. Не дай себе. Беру ману-ману. Идем сюда-сюда-сюда. Здесь берем сапоги. Едем дальше. Обороты в норме. Тут ничего нет, хотя есть кольцо. Плюс 5, беру кольцо. Он 3 стронжевика. Обороты в норме. Тинкер для этого и послал, потому что ему как бы все равно, что там. Чего исследование что там станы какие-то могут быть. Не дай себе засунуть. Лечиться, конечно, не так удобно. Еще но... прорвемся. Хочешь? Так, в результате, что у меня есть? У меня есть непонятное количество гарг, не которые гуфнулись на драконе. Есть, соответственно, здесь база. Трех рабов заказываем. 70 лимита. Есть каким-то чудом спасшиеся еще финды. Мочим, мочим их нещадно. Они занимают лимит. Мне просто, если я делаю гарг, то мне, в принципе, кроме баток, никто мне по воздуху сделать ничего не может. Потому что винные пары в двойном экземпляре — это очень круто. Поэтому я хочу сейчас пуститься в разведку шейдой, посмотреть, что у нас тут понизу идет против часовой стрелки. Сделать акцент на постройка завершена. Экономику. Перед вашей центральную базу особенно внимательно да. Укрепить. Так, финт все равно пережил. Какие они не дай себе клевые. Засохнуть. Живучие, просто очень живучие. Ресурсы в ноль. Завершена. Армора третьего нет. Бабло тратится только так. Так, а здесь что у нас? Стройка завершена. Здесь у нас вышедший эльф и орк. Не дай себе засохнуть. Верма хотя бы одного. Готово. Еще по одной. Выпить хочешь? Так, ну орк готов. Иду к нему. Сразу на мейн, почему надо идти. У него, правда, хилка есть. Выпить хочешь? Ну ничего. Постройка завершена. Постройка завершена. Постройка завершена. Постройка завершена. Постройка завершена. Дрейн дестройеров есть, если что. Здесь ультую. Кидаю так, винные пары дыхания. Дыхание. Что, будем сражаться? Да, давай посражаемся, что вообще без проблем. Винные пары дыхания. Тут, пожалуй, я приземлюсь. Ну, а потому что от чего? Сделаю еще пару обсидианок. Кого он там бьет, я так не могу понять. Винные пары дыхания, давай свиток изум. Я вижу панду, которую бьет. Винные пары, минус Дима. Ладно, панду спасем. А зачем мне терять главного героя? Я не гордый. На нас напали жизнь. Зачем мне орден, да? Я согласен на медаль. Не дай себе засохнуть. Хал Брэдли Уайт. Закуп, конечно, хреновый. Можно попробовать передать одно кольцо пандарийскому пивовару. Потому что у Тинкера и так армора 14. Ему и так неплохо живется. Не дай себе засохнуть. Пропьем один бутылек. Еще вот так вот бутыль пропьем. И свиток возьмем. И поехали дальше. Здесь можно сделать одного рабочего
чисто базу строить. Нычек рабочих сейчас есть 5 штук. Наверное, не имеет смысла увлекаться и двигаться дальше. Перевожу Шреддера поближе к следующей точке, чтобы безопаснее было, потому что я палюсь. Так, третий армор. Дерева не хватает. Шреддер не донес. Не дай себе засунуть. Постройка завершена. Постройка завершена. Корку идем на эксп. Добиваем тут Димку. Причем отступаем завершена. Этими героями, которые прокачаны. Хотя, в общем-то, пофиг, можно было спокойно идти. Тут сразу же дышим. Дышим, факту ставим. Он тут контролит еще. Не дай себе засохнуть. Сдуваю все как могу. Батки полетели. Панда шестая. Делаю еще одного верма. О, еще двух вермов. Так, давайте дестройеров поднимем. Мне не нравится то, что здесь происходит. Винные пары, дыхание, винные пары. Сюда дыхание, пожалуйста. Здесь посевочку взять. Надо еще диспельнуть несколько вещей. Вольдмастер там непонятно с кем сражался. Вижу дыку битого. Убиваю дыку. С блейда снимаем. И третье дыхание. Ты меня уважаешь? Вообще, вместо одного верма надо сделать сейчас две обсидианки. Дестройеры слишком много едят. Так, дальше грейд на армор, все-таки на него лес накопился. Пивка для рыбка еще по одной. Не дай себе засохнуть. Он телепортируется, кидаем факторочку. Не дай себе засохнуть. Вижу блейда, убиваю блейда. Ты меня уважаешь? Еще по одной. Не дай себе засохнуть. Да, он взрывается. С радостью. Выпить хочешь? Еще по одной. Ну, собственно, все. Это следующий сосед. Выпить хочешь? Не дай себе засохнуть. Правда, он прячется по борусам, но учитывая тинкера, на самом деле, да, и две панды, в общем-то, тоже молодцы. Тут крайне сложно будет. Они быстро убивают. Надо только закупить еще когти тому же самому тинкеру, и будет вообще счастье. Давай как так вот, так вот, и вот сюда вот еще дыхнуть. Я путаю пан, они одинаковые. Гэгэ, Шитон ливает. Хилка, мана, смотрим, что по карте розовенькие самые агрессивные. Ну, в смысле, самые... А, это мудрость как раз. Очень много, очень много. Бас, целых 4 штуки. Это плохо. Причем он... Так, давай-ка закупимся. Надо в центр бежать. У меня гарк нет. Надо еще немножко подстроить. Я понимаю, что могут быть... Так, а что мне мешает с двумя пандами делать? А что мне нужно против него? Танков я не боюсь, я их так сдую. Ничего я вообще не боюсь тогда получается. Мне нужны амулеты маны, короны, субимаски. Вот корона есть одна. Субимаска тоже есть, надо взять. Притащите так одну из панд. Главное желательно. Потом вернуться снова закупаться. То есть, как в студенчестве, знаете, один будет бегать в магазин, а двое... Опачки. Это тоже мудрость? Нет, это кто-то красный. Это ветер. Ты меня уважаешь? Я зря атакую. Надо Вити убить, конечно же. Потому что у него весьма палевная нычка. Она, во-первых, находится рядом с моей, во-вторых, одиноко стоит так. Делаю... Так, один дестройер. Надо добавить, наверное, еще склепов. Где прольется моя кровь? На всякий случай. Да свершится. Ты меня уважаешь? Не дай так, давай, дышим так, дышим так. Старту готов! Резурект. Не дай себе засохнуть. Обороты в норме.
Точка сбора сюда. Но я вижу, что там Саху. Закончилась база, переводим на следующую. Сюда. Здесь панда шестая, ульт. Панды не хватает, логически. Надо передать, наверное, второй панде. Пока что вот так вот. А когти плюс 15 передать Тинкеру, естественно. Потому что у него урон бонусный по воздуху. Так, здесь кто с кем? Вети сражается с Коум... Ну, это их война. Желтый с красным. Меня она пока не интересует. У меня ближайший сосед — Мудрость. Не дай себе засохнуть. Постройка завершена. Я лучше куплю еще ботинки. Подожду девайсы толкового. Постройка завершена. Плюс 5 кольцо на безрыбье куплю пока. Откатываются ботинки, беру ботинки. Короны, амулет большой маны и в крайнем случае себе маска. Вот что меня здесь интересует. И какие-нибудь ауры, типа барабаны. Ставим здесь базу. Сейчас собираем периферийные, проверим центральные базы. За кем они, собственно, закреплены. Еще одна корона, отлично. Панды весьма плотные. Здесь, кстати, слушайте, это же орк, который... Так, мудрость ходит. Стоит ли агрить орком? Стоит агрить орка, надо убивать хумана с этими с гаргами, в смысле с грифонами и с танками, очевидно. Я жажду служить. Ну, я побежал к нему вот сюда вот на базу. Должен спокойно сносить, учитывая обилие панд. Так, ты сюда. Работаем. Не дай себе засохнуть для рывка. Жалко, конечно, что... Хотя не жалко. Не дай себе засохнуть. Очень весело сносим. Он, правда, тоже не обламывается. С радостью выпить хочешь? За качество отвечаю. Не дай себе засохнуть. Но в эту базу он больше бабла вложил, поэтому я думаю, что норм. Ты меня уважаешь? Зашло. Не дай себе засохнуть. Чего? Ты меня уважаешь? Надо проверить у него еще нижние нычки. Выпить хочешь? Сейчас на следующий надо телепортироваться. Все-таки. Ну, потому что как бы да. Вины пары дыхания. Я жажду служить. Золотой рудник обрушился. Вины пары дыхания. Дыхание. Он что-то здесь ультует, непонятно зачем. Но все равно его должен сажать. Просто потому, что это у него лоу-левел героя, во-первых. Во-вторых, дыхание в конце концов. А, танки приехали. Я понял тебя. Давай пару вермов закажем. Он телепортируется, часть танков... А, не оставил. Так, давайте восстанавливаем, во-первых, базы. Здесь вот так вот. Я понимаю, что сейчас пойдет как раз эти базы и сносить, в общем-то. Но у меня особо нет выбора. Нету выбора. Закупаю ману, пропиваю, беру ТП, сделаю так. Здесь надо еще одну манку взять Тинкеру. Ну что, у панды, по крайней мере, собимаска есть. Ну, идти дальше. Надо вот сюда вот сходить, одну гаргу послать. Надо вот сюда вот одну гаргу послать. Надо все. Надо следить за ним и его танки. Вот он сейчас снова пошел в атаку. Надо стараться от него отбиваться. Они ждут жизни. Везде паб ставить. Меня чего желает? Мейны. Встречать его где-нибудь на полпути. Для этого нужно пару шейд сделать. Но еще по одной. За качество отвечаю. Они ждут. А можно ты это просто взять? Все. Так, вышел орк. Я иду. Значит, не вижу, где он. Может, на мейн к нему? Давай на мейн, ТП есть. Тут харасим. А вот он. Факторочка пошла. Давай сюда дышим раз, сюда дышим два.
Очень сразу все плохо становится. Выпить хочешь? Не дай себе засохнуть. Еще раз, еще два. Взлетаем. Смотрите, как танки терпят. Винные пары давай. Еще дыхание по танкам. Ультануть бы. Даманы нет. Не дай себе. Блин, фанду убивает это. Убьет пивка. Не, не убили. Не дай себе засохнуть. Так давай тогда его убьем. Что ты меня уважаешь? Не дай себе засохнуть. Как сюда? Так, так. Еще немножко гарк. Это будет еще одно дыхание, если... А нет, Дима сейчас право набернет. Не, нельзя сражаться так. Надо отрегениться. Посмотрите, пустой я и там, и там. Хотя на развороте можно импул взять. Он нагло себя ведет. Постройка завершена. Выпить хочешь? Ну ты нормался. Не дай себе засохнуть. Давай телепортируемся, то есть что-то слишком аркадненько. Выходит. Ты меня уважаешь? Выпить хочешь? Но еще по... Точка сбора хреновая. Я пытаюсь тут прийти по-быстрому... По-быстрому забрать. Отпиваюсь как могу. Не дай себе засохнуть. Выпить хочешь? ТП главное взять. Не дай себе засохнуть. Ты панди бы тоже с радостью отпиться. Ты меня уважаешь? Еще по одной. Ты меня уважаешь? Еще по одной. Пошли уже криты. Живые выступают. Так, ну тут пионы в атаке. Здесь вышки еще не загрыжены. Рискну предположить, что у него есть определенные проблемы с баблом. О, хорошо, тут, во-первых, акалиты бесхозные, надо на нычки направить. Да, у него, кажется, нет бабла просто. Тут как? Тут все ок. Тут как? Тут не очень. Так, здесь он подходит. Здесь как? Нормально, не доконтроливает он. Ты меня уважаешь? Винные пары дыхания, полетели, факторочка, винные пары дыхания, свиток есть, свитка нет, ультую раз, он телепортируется, ультовать больше не надо, убиваем эту базу, здесь, соответственно, гарга сделала свое дело, здесь в процессе, медленно, конечно, убивают. Сдуваем. Я жажду служить. Выпить хочешь? Тут танчик еще какой-то. Жизнь за нерв. Добываем раз. Добываем два. Идем эту базу убьем. Если у него... У него беда с экономикой просто. Большая-большая проблема с экономикой. А мне бы еще пару-тройку топовых девайсов приобрести. И резурек зачем взял? Вообще не ясно. Не дай себе засохнуть. Здесь еще может он... Он мог поставить там... Не надо было сейчас дожидаться, когда нычка упадет, учитывая... Учитывая то, что факторочка и так работает. Здесь ничего. Не дай себе засохнуть. Здесь тоже добычи нет, считайте. Классная точка сбора очередная. Сбитая. Хотя нет, нормально. А, сбитая, потому что панда ультанула. И после того, как панда ультанула, все. Дерево добывается. Дерево, кстати, медленно, но добывается, да. Но лучше, конечно, поставить здесь поближе. Некрополь. Слушайте, он снова отстраивает там, да? Надо тележку извести.
Не дай себе засохнуть. Он ждет. Ты меня уважаешь? Тут вышка ни о чем. Не дай себе засохнуть. Нет резона на него нападать. То есть есть резон только для экспы. Сейчас торопиться-то в принципе не стоит. Потому что... Ну а зачем? Добычи у него нет. Если только не справа там какие-то последние штуки. Хотя в центре может быть одна база еще. Возможно, да. Ладно, кидаем сюда факторочку. У него лимит 100. В общем-то, на него должно быть пофиг. Винные пары и дыхание. Дыхание сюда. Подходим. Нет, гаргами не надо подходить, там хаулищем. Только здесь утонем одним другом. Так, вот так вот. Сейчас еще винные пары. Еще одно дыхание. Танки не выдерживают напряжения. Тут живы вроде все. Еще одно дыхание. Дикое, просто дикое. Так, гарг сажаю. Еще одно дыхание. Возможно, я зря даже ультовал, понимаете. Он двух героев застафал. Ты меня дай себе засохнуть. Постройка завершена. Ты меня уважаешь? Еще дышим. Еще дышим. Ну, это дичь просто какая-то. Просто дичь. Он поехал по базам по моим. Я, наверное, пошлю просто тинкера одного. Здесь надо добить все-таки алтарь потом героям. Сделать две обсидианки. Ну, он поехал, видите. Просто у тинкера еще есть арба. И он неплохо дебафает так танки. Ну и плюс у него урон с руки неплохой. Здесь девятая панда. Учитывая то, что он ехал... Давайте не будем. Там точно не один танк уезжал, понимаете? Точно не один. Тут чуть два верма не отдались. Еще несколько гарг сделаем. Тут чисто... Вот. Нифига себе. А, это Вети пришел. Ну, там мудрость отстроился. Что у него? 6, 8, 6. Неплохо, да. А, вот оно. Вот он отвлекает как... Так, а что я с Вети могу сделать? Ну, убить его можно. Грифонов много, но это пофиг. Еще гарк, пожалуй. Что наступают? Надо соединяться, пацаны. Надо чего соединяться. Желает мой повелитель? Склоняюсь перед вашей волей. Я, пожалуй, телепортируюсь вот сюда вот. Живые наступают. Ну, потому что мне там сейчас 3-4 базы снимут. Беру ТП. Продаю резурект. Покупаю хотя бы один свиток. Я жажду служить. Тут ставлю снова базу. Жизнь за Нерзула. Я жажду тут служить. Рабочий щит нет зря. Выпить хочешь? Вети, да? Ветин. Не дай себе засохнуть. Ой, Шреддер, блин. Еще по одной. За Пандарию. Сразу не дай себе засохнуть. Сейчас массовый ТП будет. Не, обычный ТП. Ну дышите, пацаны. Отлично дыхнул. Просто красавцы. Что в сухом остатке? Убитые рабочие, убитый Шреддер. Ты увидишь все. Мудрость, которая с танками сейчас будет продолжать разводить. Еще по одной. Живые наступают. А тут Вети. А Вети, кстати, можно перехватить. Так, я, пожалуй, с первой группы опять тинкера исключу. Ты меня уважаешь? Выпить хочешь? Потому что надо. Так, и сверху еще. Мудрость. Не дай себе засохнуть. Что там тебе? Ты меня уважаешь? Выпить хочешь? Тут нельзя так было делать. Короче, надо мудрость убить, пацаны. Делаю пару митвегонов на ключевой базе. Не дай себе засохнуть. Ты меня уважаешь? Обороты в норме. Чё там? Эй, чё творит? Просто сейчас, если активизировался еще один сосед, это плохо.
Потому что два хумана, которых есть запас по ресурсам, это проблема. Так, что нужно сделать? Во-первых, нужно проверить периферийные базы мудрости, которые он там отстроить мог. Это первая задача. Второе, убить вот эту вот базу. Проверить базу справа от центра. Так, это ветер. Короче, агрит так агрит, да, называется? Здесь вижу танчик мудрости. Где прольется моя кровь? Еще мэнной! Выбить хочешь? Ты меня уважаешь? Эти все в норме! Не дай себе ветер этого... Ага, я понял. Стройка завершена. Короче, я иду с третьей группой ему вышки отменять. Он здесь может строиться. Да, вот он строится. А танки встречать надо вермами и этими. Он сейчас просто пойдет. Ко мне, вот он тут. Смотрите. Он меня не уважает! Выбить хочешь? Ты меня уже... Раз, еще два, не жалеем, не жалеем. Еще по одной. Не дай себе засохнуть. Есть факту. Ты меня уважаешь? Дыхание, дыхание. Он... Ты меня уважаешь? Хватит, дыхание больше не надо. Факторочку поставь только. Здесь базу. Короче, нельзя ему давать ставить базы, с одной стороны. С другой, гаргона сажать. С другой, отбиваться от его танков. И будет счастье. А, вот он сюда пришел. Ну, здесь, кстати, как видите, уже есть базовая защита, поэтому я лучше пойду к нему на мейн. Так, одну тележку я оставлю здесь, другую там. Выпить хочешь? Тут тинкер с фактой. Ты меня уважаешь? А тут будем добивать ему фермы. Ой, тут много всего. Без проблем. Ты меня уважаешь? Стройка завершена. Ой, да. Еще по одной. Ты меня уважаешь? Не дай себе засохнуть. Живые наступают. Давай. Вины пары, дыхание, дыхание, работаем. Никаких атак по Диме. Здесь хорошо. Скоро Диму, кстати, отпустят, форму делаем. Вижу двух битых героев. Дима Мисы. Факта. Спасибо за игру, Элина. Так, десятый тинкер у нас есть. От мудрости избавились. Спокойно теперь ставим нижние базы. Надо сейчас, наверное, на Вете нападать. Главное, орк сверху не сагрить. Слева много периферийных баз. Сейчас главное не лезть слишком сильно. Во-первых, можно убить... Мидвегоны, потому что сейчас разводов. Хотя могут быть разводы. Да, мне все равно устраивает текущий лимит. Если что, могу выйти. И еще где-то у меня были. Да, видите, продолжаются тут с танками темы. Вети на этот раз. Ну, я сейчас к Вети сюда. Вот так вот. Есть в центре корона королей. Когти плюс 15. Наверное, вместо амулетов Spell Shield. Который панде не нужен. Не дай себе засохнуть. Выпить хочешь? Беру когти, а панди вместо, давайте, все-таки вот этой вот плаща возьму корону королей. Так, здесь танк. Не дай себе засохнуть. Больше ничего, ну арба есть еще. Это руши таура есть. Чего желает? А калейты ждут, молодцы. Танк ищет, кого можно поубивать. Тележка потихонечку качусь. Проверим у него
Ведь у нас красный. Ну, может быть, у него и здесь база под туретками стоит, да? Не, это торковская. Ну, тогда следующий ведь. Инфа соточка. Я жажду служить. Выпить хочешь? Там, правда, в шахте 660 осталось. Я хочу, чтобы танк умер. Выпить хочешь? Смотрим. Здесь шахта на соточку. Ой, все. Так, сюда я не телепортируюсь. Телепортируюсь сюда. Выпить хочешь? Ты меня уважаешь? Обсидианки того не работают. Давай, вины пары и дыхание, еще дыхание. Факторочек. Поехали, поехали. Один свиток только надо везнуть. Вины пары. Сажаем. Чтобы не потерять лишку. Не дай себе засохнуть. Все равно простерял, конечно. Ты меня уважаешь? А, он может телепортироваться, соответственно, к с танком, да? Уважаешь? У него здесь база, то есть он находится в правом верхнем углу. Еще подходим сюда, садимся, но покупаем еще ТП. С радостью. Так, гритерка не ты хочу. Ты меня уважаешь? А орк сам согрелся, да? Ты меня телепортируюсь. Не дай себе засохнуть. Ну. Ты еще меня уважаешь? Не дай себе засохнуть. За качество обещаю. Для рывка. На живца, но Вермов убьет. Ну какой ценой, ё-моё. Такие они отважные. Так, орк здесь нападает. Пошла факта, пошла так. Здесь винные пары, дыхание. Здесь просто дыхание пока что. Поднимаем дистроп. Диспелим. Диспелим. Еще винные пары. Тинкера бьют. Так, винные пары, дыхание. О, культует. Надо накрывать его ракетками. Опять дыхание. Цинкером. Не дай себе засохнуть. Еще дыхание. Ну, еще по одной. Ты меня уважаешь? Фигово. Как бы мне сейчас не пришлось с двумя бороться, ребят. Ну, еще по одной. Гарги не нужны. Ты причем не против уважаешь? Того, не против другого. Не дай себе засохнуть. Нужны обсидианки дестры. Плохо, плохо, ё-моё. Ваша воля. Выпить хочешь? Не дай себе засохнуть. Девятая панда. Так а где обсидианки-то? А, у меня точка сбора опять. Обсидианки тоже здесь. Я все понял. Так, покупаем ТП. Отпиваемся. Реген такой, реген сякой. Как мне сейчас не хочется на два фронта, там же два последних осталось, два последних. Ты меня уважаешь? Это будет крайне непросто. Давайте сейчас хума на меня еще светит. Это может плохо закончиться. Склоняюсь перед вашей волей. Ты меня уважаешь? Ах, надо гаргу одну вот так вот поставить на патруль. Вторую вот, наверное, так вот поставить на патруль. Ну, еще по одной. Грифон на самом деле не нужны. Что мне нужно-то, чтобы справляться с тем, с тем? Быстрый неплохо на самом деле заходит. Не дай себе засохнуть. Ну, пожалуйста, ведь что творит? Не дай себе засохнуть. И здесь, наверное, базу тоже ставят. Есть корона королей. Не, здесь не ставят. Так, тут танк поехал еще. Я ультану. Понятно, короче. Минус мейн по недосмотру. Пробую сделать апгрейд. Делаю еще. Здесь атакуют. Тут еще добыча идет. Ты меня уважаешь? Ай, твои ж налево наступают. Это очень плохо. Ну, еще по одной.
Здесь минус. У меня вроде и лимит такой, который одними героями собьется. Здесь еще харасит второй. Мне нужно... Живые наступают. Не знаю, что мне нужно. Моя кровь. Да, повелитель. Не дай себе защищаться мне нужно. А, он телепортирует сюда. А ты точно готов сражаться? А, ну у меня тут нет никого. Его мало. Тупо мало. Не дай себе засохнуть. Так, мне нужно еще сделать... Ладно, поехали. Длинные пары дыхания, дыхание, ракетки, работаем. Длинные пары. Тинкер пропивает. Закидываем ему, чтобы телепорта не было. Лечу плохо. Девятому. Но его, кажется, не убили. Хотя, если сейчас ракетками... Не, лучше было с руки. С руки больше дамага. Так, ТП есть. Значит, иду сюда, убиваем. Постройка завершена. Постройка завершена. Живые наступают. Да, я понял тебя. Я жажду служить. Ваша воля исполнится. Не дай себе засунуть. На нас напали. Идем сюда. Заказываем еще пару. Черт возьми. Шестой жук. Ну что это за армия такая? Живые Но мне хватит. Ну то есть мне нужно отстраиваться. Прольется моя кровь. Выпить хочешь? Ты меня. Постройка Или его отогнать? Постройка Армии как таковой нет. Живые наступают. Магазин есть? Ты есть магазин. Постройка завершена. Я подхожу. Сразу магазин пошел. Вины пары дыхания. Диспл, диспл, диспл. Вот пришла. Иришка начинает меня на камеру снимать. Не выкладывай, главное, нигде. Отлично. А то же я стесняюсь, когда... Когда я играю. Так, пробуем убить этого жука. У него нет телепорта. А, ну и тут хуман еще с танками. Ну, это настолько типично, что даже... Сейчас массовые телепорты будут. Тут танки, там танки. Что с этим делать-то? Делаем грейд на Т3. Показываем коритв побольше. Не дай себе засохнуть. Постройка завершена. Еще пару обсидианок. Не дай себе засохнуть. Надо было диспелить Элема, конечно, на который он мог сделать ТП. Они ждут. Следить за экспами Ветим. Потому что если у него... Не повезло тебе. Так, тут есть? Нет, он. Я жажду служить. Выпить хочешь? Еще по одной. Где прольется моя кровь? Нету. Шедра надо, жизнь, да, шедра очень. Шедр очень нужен. Ты меня уважаешь? Десятый уже, панда. Выпить хочешь? Я жажду служить. Шедр, шейда. Еще по одной. ТПМ. Ты меня уважаешь? Че там? А лучше два. Обороты в норме. Сейчас попробуем Тинкеру взять. Вообще персоналочка Тинкеру хорошо бы зашла. Выпить хочешь? Но еще по одной. Тут рядышком вижу, рубит лес. Орк. Я прольется моя Шредером. Ты меня уважаешь? Обороты в норме. Шредера беру. В общем, его нужно вот сюда вот. Это безопаснее просто. Не дай себе. Нумерую новые алтари. Одного дистра. Но ух ты ж, ёжик. Пивка. Длинные пары и дыхание. Выпить хочешь? Он меня не уважает. Жить его жила. Я хочу опять отбиться, ты пытаться от танков. Да без проблем. Но еще по меня уважаешь? Не дай себе. Два идут налево, два идут направо. Выпить хочешь? Еще по одной. Чего ты сказал? Не дай себе засохнуть.
Тут он строит. Тут ничего. Но он делает для ТП. За качество отвечаю. Для ТП 100% делает эту штуку. Стройка завершена. Не дай себе засохнуть. Не прольется моя кровь. Но еще по одной. Ты меня Поэтому уважаешь? Надо это все сдувать. Но еще по одной. Ты меня выпить хочешь? Че там? У него вроде бы серьезные проблемы с ресурсами. А, нет, вот еще где есть добыча. Ох ты ж, ежик. И длинные пары, дыхание, ультуем. Так, так. Постройка завершена. Еще рабочих, пожалуйста. Еще. Пожалуйста, вот так вот. Ну что, ему пришлось телепорт юзать. Отлично. Здесь, правда, еще один рабочий. Не дай себе засохнуть. Поехали. Я жажду. Убиваем здесь рабочих. Пробуем еще одну базу поставить. С лесом проблему вроде как решили. Он телепортирует сюда, видимо, последняя янычка. Ему нужно за нее сражаться. Ну и слава богу. Я только рад. Не дай себе засохнуть. Маг. Ты меня уважаешь? Не дай себе засохнуть. За качество отвечаю. Но еще по одной. Выпить хочешь? Не дай себе засохнуть. Здесь все, здесь все. Здесь чиним. Ты меня уважаешь? Убиваем, убиваем, убиваем. Тут есть бабло. Тинкера назад. Проверим еще вот эти вот три базы. Не дай себе засохнуть. Может, за персоналочкой сбегать? Где прольется моя кровь? Обороты в норме. Персоналочка хорошо зайдет. Пресекаем попытки поставить базу. Я понимаю, что ему хочется, но нельзя. Я жажду служения. Тут еще околиты. Переводим. Проверяем эту нычку. Шейды, правда, нет. Шейду еще надо восстановить. Сакрифайшл пит. Но нужно. Один бестиарий Слотерхаус. А лучше два. Центральных баз у него нет. Вижу трушот, но по сути больше ничего нет. Ну, амулет обычный брать не хочется. Куплю я вместо ТП тинкеру персоналку. Потому что он как раз против танков дальнейших, против разводов. Стройка завершена. Неплохо отбивается. Здесь нычка работает. Надо добавить еще чего вот сюда вот рабочего, сюда. Короче, достроить много-много-много. Сюда двух рабочих. Сюда одного. И вниз Золотый еще двигаться. Ставим базы. Стройка завершена. Просто чтобы ему не досталось. 70 лимита. А где у меня бонярды-то? Да, бонярды убили. И я их могу только-только вот сейчас восстановить. Что такое? Я понял, хорошо. Постройка завершена. Так, где брать базы? Постройка где брать базы? Склоняюсь перед вашей волей. Решение тут. Выпить хочешь? Котом меня. Не дай себе засохнуть. Выпка работает, можешь кота показать. Внимание, пацаны, кот. И дамы, конечно же. Во всей своей красе. Бесса, ты же только что была нормально. Соберись. Бесса, соберись. Котик в огне. Чуть левее. Котик в огне. Нет, это правее. Вот оно. Исчадие ада. Бесса, сделай нормальную морду. Бесса, я сейчас кому-то... Ой, сейчас кому-то достанется. Все, убирай кота.
Не дай себе засохнуть. Кот чувствует себя неловко, когда я сзади, и так вот еще так может прилететь неожиданно. Так, давайте проверим, орк там или не орк. Попробуем найти остатки Вети. Да, тут орк, не буду его трогать. Мне нужно... Да мне нужно просто... Постройка завершена. Просто быть готовым. Что ты хочешь увидеть? А это что? Это орк пошел. Еще по одной. Вон, вижу Ветину базу. Тут надо факторочку живые поставить. Отступают. Надеюсь, кошак вам отомстит, он нестя будет страшный. Да ладно, ничего он не отомстит. Мы его кормим в конце концов. Кому он мстит-то будет? Что он сделает? Так, тут магические вышки отстреливаем в первую очередь. Он поставил там справа базу. Он меня не уважает! Стройка завершена. Не дай себе засохнуть. Ты меня уважаешь? Скоро. Так, дышим, дышим. Факту ставим. Вообще, я бы... Да, пошли разводом. Увлекательно. Ладно, я здесь должен телепортироваться вот сюда вот. Постройка завершена. Делаю верма. Еще одного. Не дай себе засохнуть. Там один танк идет. Персоналочка сюда. Он телепортируется. Понятно. Здесь сова, здесь минус танк. Здесь я беру ТП. Он ждет, да, я ухожу просто отсюда. Ой, красавчик. Орк просто красавчик. Вот орк с хуманом находится в непосредственной близости. Но как бы это не останавливает, понимаете, не останавливает. Нельзя, повелитель. Ой, тихо. Не надо. Ты меня уважаешь? Хорош. Не дай себе засохнуть. Сейчас придем к нему на добывающую базу. Ты меня уважаешь? Тинкер бежит, ТП есть. 10, почти 10. Беру верма, еще одного. Поехали. Не дай себе засохнуть. Исполню с радостью. Сюда шейду, чтобы можно было персоналочку на нее делать. Факта. Длинные пары, дыхание. Диспол. О, он до конца будет еще сражаться. Давай еще дыхание, длинные пары. Диспол. Дыхание, пожалуйста. Диспол. Ой, Старфол пошел. Нет, специально берег. Дыхание. Не надо второе дыхание. Вот сюда вот дыхание надо второе. Десятая панда. Убил мне трех дестройеров. Да закажу пару обсидианок, потому что орк может прийти. Здесь все чисто. Здесь переводим. Я лучше сюда перевести. Там база никакая. Так, его орк убивает. Окей. Что, надо писать ГГ ливать? Я считаю. Ласт? Нет, Данпл сегодня уже... Хотя... Не, может быть и ласт. В конце концов. Не дай себе засунуть. Да не, еще сыграем, Данпл. Тем более, раз ты пришел, это же... Посмотрим. Это же все, это вин сразу же. Тайная станет. Не дай себе будет ласт, засохнуть. Будет. Так, у того масса баток. Ты меня уважаешь? Запас по... Стоп. У меня шредера опять нет. Сокол, видимо, убил с магической атакой. Ты меня уважаешь? Надо проверить, где... Ты увидишь все. Последнее добывающее... Посмотрим. Халфбред ливнул. Здесь еще может быть базом. Беру шредером.
Может быть, сюда? Да тут негде добывать. Вот сюда вот можно. Выпить хочешь? Так. Ты меня уважаешь? Ладно, полетели тогда. Ищем Вети внизу. Закажу еще одного верма, наверное. А, вот он, да, пожалуйста. Вот сюда идем. Он эвакуировался. У него есть ТП. Как бы плевать. Давай, задень. Не дай себе засунуть. Ты меня уважаешь? Не дай себе засунуть. Куда вот он затупешился? Ну, у него был телепорт, это только развод на ТП, но надо было сделать правильно. Там рейнджа все равно хватало. Так, ну бабки сюда прилетели. Окей. Потерял он две бабки на шахту, которая... А что с ней взять? Ты меня уважаешь? За качество отвечаю. Где прольется моя кровь? Шеддер сейчас притащит... Немножко нельзя. Золотом. Ваша воля исполнится. Это раз. Есть парочку не вышек. Дай себе засохнуть. Посмотрим. Вети надо найти, пацаны. Надо найти Вети. Надо сделать много-много шейд. Выпить хочешь? И найти, где он еще добывает. Так, орк нападает. Живые наступают. Ой, ладно. Поднимаю дестров 5 штук. Они ждут. На самом деле я не хочу лезть вперед воздухом. Постройка завершена. Не дай себе засохнуть. Ждут. Надо убить. Проклятые возвращаются. Акалита. А этого не надо было убивать. Понятно. Хошка не забыть следующим. Господи, это нормально. Орка там. Перед вашей волей. Выпить я хочешь? Жажду служить. И опять же, понимаете, нужно же найти. Ты увидишь все. Нужно найти Ветер. Что у него осталось? Явно. Где у него осталось? Я иду. Живые наступают. Где-то но что-то у него точно мной. Осталось. Ты меня возвращаешь. Орка экономика, конечно, но значительно круче, но... Да пофиг. Не дай себе пофиг. Засохнуть. Герой 10-10-10, извините. Так, что здесь... Ты хочешь увидеть? Здесь... Выпить хочешь? Ну, еще по одной. Ищем. Ищем последнее здание Ветер. Вот это вот, кажется, штука последняя у него. Ах ты гата. ТП на ТП. Ты меня уважаешь? Сейчас орк еще мог напасть. Давайте я попробую тинкером просто... Ездить. Ну вот, пожалуйста, у него здесь ферма есть. Но еще по одной. Дела не ждут. Не дай себе тут ЗТП. Но еще по одной. Бесмастер сейчас будет ультовать явно. Очень криво ультует, как я прям. Сейчас я попробую его спулить на пан его этих. Не дай себе засохнуть. Батки не ведутся пока что. Ступают. Батки не ведутся. Эти всем в норме. Ой, нет, сейчас поведутся. Но еще по одной. Выпить хочешь? Тер, бобер. Так, тут у Вети еще есть. Местечком. Старту готов. Че там у тебя? Пойду, факторчик поставлю. Еще по одной. Панды че справятся. Жизнь за Нерзу. Здесь закончился праздник. Исполню с радостью. Тут надо ставить базу. Меня... Обороты в норме. Так, а розовенький это... Нет, нам нужен красный. Чё там у тебя? Если ставлю просто факторочку. Обороты в норме. Можно закинуть еще ракетками. Чё там у тебя? Я не хочу просто, чтобы выжигали ману мне. Причем зря.
Надеюсь, что здесь танки видим. Я жажду служить. Палимся. Я пойду сюда тогда. Надо добить одного, потом второго, вы не поверите. Танки поехали налево, сверху орк. Здесь персоналочка пошла. У него нет ТП уже. Надо успеть кинуть винные пары. На нас напали. Живые наступают. Ну, конечно. Ты меня уважаешь? А, массовый ТП. Массовый ТП, который я профукал. Куда он телепортировался? Где у меня есть шейда? Не дай себе засохнуть. А этот нападает. Давай, нападай. Винные пары, дыхание. Дыхание. Факта. Так, подходим, подводим. Ну куда же? Ну блин, ну. Выпить хочешь? Не дай себе засохнуть. Это же нормально было. Не дай себе засохнуть. Взял, убил меня мейн. Ты меня уважаешь? Что за люди? Золотой рудник обрушился. Делаю грейд на следующий тир. Заканчивается баблом. Ну, в шахтах имеется в виду заканчивается. Так-то норм, живем еще. Шейда ходит, ищет по очевидным точкам. Красный он где-то, красный. Давай-ка дестроером по всем сомнительным темам пробежимся. Вот так вот. Не дай себе. Так, тут у нас танк идет. Сразу телепортируюсь к нему. На нас напали. Че там? Живые наступают. Тут грифон. Тут орк. Где прольется? Красавцы. Так, вижу архмага. Да, Шреддер убил. Просто красавчик. Отменяем грейд, делаем. Склоняюсь, перестройка завершена. Делаем снизу базу. Дай себе засохнуть. Так, здесь орк ставит базу. Ну, в принципе, на орка-то плевать. Надо архмага поймать. Не, на орка не плевать. Погоди. Живые наступают. Чего желаешь? Что ж ты делаешь-то, ну, гад, ну. Не дай себе засохнуть. Выпить хочешь? За качество отвечаю. Да, и здесь ульта пошла без там. Тоже кривая, но. В общем-то, не так неплохо. Живые наступают. Давай, стрельни. Выпить хочешь? Живые наступают. Ты меня уважаешь? Выпить хочешь? Но еще по одной. Живые наступают. Не дай себе засохнуть. Выпить хочешь? Ладно, поехали. Ты меня уважаешь? Выпить хочешь? Что там? Не дай себе засохнуть. За качество отвечаю. Живые пары. Еще по одной. Диспл. Тинкер помирает. И он ультует. Я телепортируюсь. Блин, телепорт! Капец! Тут убили танки мне. Где прольется моя кровь? Сейчас я еще отдамся, блин. Ты меня уважаешь? Твою дивизию, а? Жизнь да не, не должен отдаться. Вступают. Так, сразу так. Покупаем так. Я мастер, за качество отвечаю. Да, если что. Заходим. Винные пары дыхания. Дыхание ульта. Ульта. Ульта, говорю. Диспл.
он телепортируется, но этого мне на самом деле вполне хватит, чтобы переждать. Я жажду. Пять архмаг тут. Без ТП. Как же вы бесите-то меня, а? Как вы меня бесите. Живые наступают. Выбить хочешь? Старту готов. На нас напали. Надо архмага главным образом убрать. Постройка завершена. Боюсь, я не успею. Постройка просто. Постройка завершена. Обороты в норме. Ну догони его, догони. Чё там? Он вроде не должен бежать. Живые наступают. Да, молодец. На нас, собака. Да. Ну обнаглели совсем, ну. Живые просто обнаглели, понимаете? Стройка завершена. Я возвращаюсь домой. Мне надо лечиться, набрать ТП. ТП, которого нет. Мой повелитель. Если заказывать рабочих. Еще по одной. Карту готов. Так, надеюсь, ему не хватит на базу. Здесь еще дестра делаем. Главное, что против орка только дестры нужны. Только дестры и нужны. Жизнь. Ты меня уважаешь? Этого гада надо убить. Видите, ливает. А, он хост. Красава вообще. Отлично захостил. Крысил до последнего. Потом, как решил ливнуть, всех дискнул. Блин. Ну ладно, все равно тут отрыв. Больше, чем на 100 тысяч. И от орка мы фактически тремя героями и парой дестров. Отбиваемся на базе. Сложно, конечно, но сейчас уже был 80 лимита. Нормально. Жалко, что не довели до конца. Польска, следующая карта. Хост Данпил. Спасибо ему. Турели, Мудрость, Билибонга, Юлия, Вестхал, Бред, Крео и Айреникус. Кожура, ну, кожура, смотри, как надо. Ганста какой-то дотер. А, его разбанить, забанить. Нет, пусть живет. Хошка не будет. Кстати, Хошк сек. Хавк еще с нами, интересно, он будет играть или не будет играть? Хавк, его здесь нет. Не дождался нас Хавк. Кошка хотел, но его нет в чатике. Хавка вроде нет, пацаны. Ну, я не уверен, что будем его ждать. Нет его. Давайте, рейдим. Семеро, как говорится, одного не ждут. Два дня фыва, непорядок не узнаю, пишет РЗН. Ну, он не прав, но все мы ошибаемся. Я взрослею, пытаюсь исправиться. Фывы уже не те. И возраст не тот. Ого! Эльфы. Давно эльфов не было в ФФА, на самом деле. Уже очень давно не было эльфов. Я скучал. Я даже забыл, какое это чувство, когда тебе в ФФА выпадают эльфы. Приятное ощущение. Приятно. А то все. Хуманы, андеды, да несчастные орки. Ну, здесь... конкуренции поменьше, чем на мини-Рагнароке, с одной стороны. С другой стороны, она за следующей базы выше. То есть тут шахт меньше.
шахт меньше. Соответственно, как только возникает вопрос, а чья это третья база в центре, сразу на нее, как правило, находится как минимум два претендента, победители, а иногда да даже три претендента. Поэтому нужно очень аккуратно действовать, посмотреть, кто сосед, попытаться найти слабого соседа, быстро его убить, занять его шахтой еще до выхода в центр. И... Готово. Ну, дальше по плану, готово, в общем-то. Ждем героя хорошего. Ай, ладно, поставлю так. Неправильно, Мунвелл ставлю, надо было его ниже, наверное. Хотя, это более такой дефенсный вариант. Второй барак, где будем ставить? На нычке? Ну, тут тролли. У троллей... Готово. У троллей плохо. Не, надо здесь найти где-то место. А может быть сразу вот тут вот? Слушай, это идея. Ну, а чего? Нет, я не добегу так быстро. Лучше сейчас построить. Прямо сейчас. Постройте лунный колодец. Вот так вот. Потому что мы вторая арча. Жук первым героем. Беру жучков. Он поможет покрепиться на начальной стадии. Ну и потом, конечно, импейл. Не проблема. Хороший танк. Правда, к нему напрашивается хил какой-то, но... Готово. Время уходит. Но не все сразу. Я готова. Говори. Жду приказа. Ваш ход. Мне нет равных. Укажите мне путь. Время уходит. Ваш ход. Я потихонечку бью. Тут жду барака, тут достраиваю респов. Шреддер, скорее всего, будет мой, учитывая особенности респа. Мне нет равных. Жду приказа. Я слышал. Вызываем жучков. Я служу ледяному трону. Ваш ход. Хорошо. Я слышал. Бью без помощи. И назад. Я служу ледяному трону. Боевые когти. Вызываем пока мой лук всякую готова нечисть. Тут, наверное, закажу сразу грейд на следующий тир. Тут, наверное, поставлю АОК побыстрее. Не выкапывая барак пока. Я лучше побыстрее арчей запилю. Всегда со мной. И по вытанковую мелочевку жуками. Буду... Буду делать арчей, короче говоря. Мне денег на все про все не хватает. А не, хватает, просто там порядок был не тот. Вызываем жуков. Укажите мне путь. Жду приказа. Сейчас сюда скажем. А там выходит просто, что рано на нычку, мало арчей. Укажите мне путь, я готов. Но, да и жуки, в общем-то, первого левела. Но крепиться надо. Интересно. А тут, видите, как голубые огры спят. Наши воины вступили в бой. Недостаточно золота. Магазин было построить, чтобы... Укажите мне путь. Чтобы освободить немножко лимита под следующую арчу. Это тоже непорядок. Мой лук всегда со мной. Стреляю. Мой лук всегда со мной. Что огр полез в бой. Зелье омоложения приятно. Жалко, что не третий левел. Укажите мне путь. Сейчас бы пошли уже такие более жирные жуки. Тут надо было выкапываться деревом. Я только время потерял. Мой лук всегда со мной. Все равно шестую арчу я доделаю. Я готова. А, стоп, 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 нам же нужен Шреддер. Он же уже появился. Укажите мне путь. Жужи. Шреддера возьмем, нычку здесь вот поставим, веспа под нычку. Приказ, укажите. Шесть арчей уже ок. Понимаете, уже мой ок. Мой лук всегда со мной. Говори. Выманиваю жучками. Укажите мне путь. А, нет, он еще не готов. Пожалуйста. Говори. Надо взять обязательно. Тут еще один претендует гад на этого, на Шреддера. Давай, 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 давай. Блин. Готово. Перекликал. Кто это? Мудрость. Ставлю сразу базу, вызываю следующих жуков. Но у меня есть запас по лесу, так что это не столь прям... Ваш ход. Не очень плохо. Ну, плохо, конечно, но... Жить можно. Хантер Скол, пожалуйста. Книга мудрости пошла. Вызываем вторых жуков. Древо выращено обязательно второго героя. Сейчас попробуем... Попробуем выйти...
Припануть вот эту вот точку. Делать ли грейд на арче или не делать? Вот в чем вопрос. Вроде как не нужно. Время уходит. Я слышал зов. Тут не закреплено, сразу начинаем крепить. Не, надо было сделать грейд на арче. Чем пожадничал, непонятно. Вижу цель. Мужики танкуют, танкуют, да не вытанкуют. Потому что половина из них слишком молоды, чтобы принимать удары такие судьбы. Давайте сделаем грейд на следующий тир. Ну, жук на себя берет, тоже молодец. Делаю ретаргет, потому что жалко немножко жука. Делаю лорницу. Алхимик. Я хочу сделать разведку на левого товарища. Понятно, что мудрость эльф и сосед справа. А вот кто слева, это загадка. И леса мне еще нет. Сейчас, после того, как тыкнул грейд на Т3, стало очевидно, что елок не хватает. Здесь закрепили уже, к сожалению. Хотя, может быть, что-то осталось. Укажите мне свежим. Мой лук всегда со мной. Я слышу. Но нет. Укажите мне путь. Говори. Жду приказа. Ваш ход... Здесь тоже закреплено. А что, здесь только-только ставит вест-нычку. Очень хорошо. Укажите мне путь. У меня масса самонов, я могу сейчас зайти неплохо. Особенно с первыми друатками. Говори. С когтями. Делаю еще одну лорницу. Точку сбора сюда. Жду приказа. Ну, чужаков много. Нычка у него еще строится, я могу успеть. Лагает сразу двое, как бы это не дисконнект был, потому что если диск, то мы ливаем. Потому что минус два даже на такой стадии это халява, конечно. Надо. Ну, такое бывает из арены. Кикает людей. Да, и вест. ГГ. ГГ, гоуре. Я топ-1 с небольшим отрывом, но все-таки топ-1. Жалко, что за эльф не доиграл. Очень жалко. Блин. Когти алхимику отдашь? Я думал об этом, на самом деле, благодаря рейджу, но я боюсь, что алхимик долго не проживет. А когти стабильнее у жука, потому что у него уже вторая пассивка, по арморам много и жизни больше. Ну, хотя жизни, наверное, столько же на этом левеле у него, как у алхимика. Это где-то 875-850. Я помню два когтя, я думал об этом, но даже решил не озвучивать, не объяснять, что не стоит, наверное. Жалко. Тебе когда-то рандом давал трех одинаковых героев? Нет, такого еще никогда не было. Очень много было дубляжей. Две наги, два бладмейджа. Два архмага, да, всех по двое было. Две панды вот сегодня тоже было. А вот чтобы третий попал, это вероятность очень маленькая, учитывая там 26, например, героев. Или 24, сколько их там. Каждый раз по 4, 16 и в таверне. Вроде как... 7, да? 7. 7 же героев в таверне. Получается 25. Ты знаешь, что такой баг, когда случайно 4 героя можно заказать? Нет. Не знаю. К сожалению. 8 вроде. Но если было 8, они бы не помещались в 2 строчки с отменой. Там же нет отмены. Там же 8, наверное, да. Там же, наверное, 8. Так, Хавк не пришел. Давайте посмотрим, не появился ли он в чатике. Не появился. Жалко. Как тебе Overwatch в целом? В целом хорошо. Обязательно, если вы с шутерами имеете, с командами. Даже если просто с шутерами. Потому что командные — это уже следующий уровень взаимодействия. Основа там все-таки — это стрельба. Хотя не всегда. Есть милишные герои, которым целиться практически не нужно. Ну, тот же самый... Уинстон. А чем ему там целиться? Купол поставит на себя. А оружие у него автонацеливается. Прыжками разве что. В ульте... Да, там только прыжками целится, но это так, условное прицеливание.
Ну, большинство героев требовательны. Блин, вот тебе и. Чего хочешь? Чего надо, хозяин? Не дали мне оторваться. Хорошо. На ушастых, к сожалению, придется сейчас за орков терпеть. Обидно? Суще обидно. Готов, крал. Мишка Ку, скажи, для Smart TV сделать сможете приложение? Очень хочется. Сможем, но оно... Сделай какое-то сырое для теста. Но нам сначала нужно довести до релиза андроидовское приложение. Готов, крал. Потом надо, сделать андроидовское горизонтальное. Хорошо. Доделать параллельно еще айфоновское. Мы там нового разработчика берем, что старый не активен. К сожалению. Ну так, он продолжает готов, работать, но... Но плохо. Угу. Ну, в смысле, мало очень. Вот. И даже в приложениях есть... Чего хочешь? Есть сомнения. Ну, точнее, там очень плохая заполняемость в плане готов, рекламы. Кралом. Поэтому они не монетизируются. То есть ресурсы вы вкладываете что в разработку, надо, а они не возвращаются. И это не очень хорошо. Дело в сделано. Бизнесе. Дело сделано. Вот, поэтому надо сначала добиться... У нас есть там подвижки по двум агентствам по видеорекламе, готов, в частности. Кралом. Понятно, что там премиум подписки, но все равно не в том объеме. Но я знаю, что растет и мобильный сегмент, и по статистике по нашей видно, что он растет. Что надо, хозяин? Что через какое-то время значительная часть аудитории будет смотреть стримы именно там. На левых девайсах, а не на PC. Но пока это время не настало еще. Играя через грантов, сам не заметил, как получилось. Меня тут спасет только очень хороший герой. Либо чудо. А лучше и то, и другое. В офисе висит большой смарт-ТВ, смотрю на нем только записи, а он хочется онлайн. Понятно. Ну, таких как ты не так много, поэтому... К сожалению, пока рано. Да воцарит, что неплохо, неплохо. Во-первых, это герой чисто такой... А чего я тут настроил-то рабочих-то, ёшки-матрёшки? Приветствую. Это чисто герой для мили, то есть для грантов, для тауренов, для других милишных героев, для орков. Скоро в общем. На охоту. Оркам, в принципе, контрить воздух что нужно? Особо не требуется. Смерть. Была бы экономика хорошая, и будет тебе контракт воздух. Скоро что с приложением на iOS, когда будет или уже вышло? Что на этот но раз? Оно для скоро iPad давным-давно вышло. Большой апдейт будет, я надеюсь, что в течение пары недель. Что на этот раз? Для телефона очень скоро ранняя стадия, очень сырое, надо, поэтому там все плохо. Что на этот раз? Привет, услугами какой компании пользуетесь для использования CDN? Скоро в данный момент никакими. То есть мы сейчас что нужно, пробовали смертный работать CDN Now, но пока что поставили на паузу. Раз? Ты угадал мой план. Потому что своих мощностей неплохо, хватает. Неплохо. Так, куда скоро же мне сходить? Охоту. Вот сюда надо было сходить. Ты это сам придумал? Угу. Что нужно? Да, тут смертный уже все, извините. На троллей скоро тогда. На охоту. Блин, я даже не знаю. Что делаю грейд. Моя жизнь принадлежит. На троллей неправильно идти. Давай на магазин. Что нужно? Да потому что троллей я в любом случае смогу закрепить. Надо же что крепиться... На этот раз? Крепится, крепить те точки, которые смертный враги могут взять. Неплохо, неплохо. И... Да? Приветствую. Что нужно, смертный? Мне нужно где-то 5 грантов максимум. Что на этот грейд раз? На них все-таки надо сделать. Время убивать. Приветствую. Распределяем дамаг, чтобы вампиризм скоро работал. Умри. Я голоден. Резал молнии. Что я нужно, был бы больше рад иллюзиям, конечно. Чтобы быстрее базу закрепить. Приветствую. Надо еще одного грунтера заказать. Что на этот раз? Отжираемся. Что нужно, смертный? Моя жизнь принадлежит орде. Замазываюсь. Ты это сам придумал? Согласен. Твич 100 лет неплохо, сделал для телефона, неплохо. А вы чего? Ну, отвечали арт, что в общем-то, инвестиции. Смертный. У них аудитория совсем другая, у них бюджет совсем другие. И если придумал ты возьмешь приложение для iPad Твича, и наше. Скоро на охоту. И поймешь, что даже несмотря на то, что мы на два порядка меньше, мы можем производить продукт не хуже, а в некоторых моментах и лучше. Что надо, так что зря ты так подкалываешь, хорошо, лучше бы взял да засаппортил на российский нужно, киберспорт, смертный, российскую платформу для стриминга, потому что останешься ты с Твичом, раз, который не ставит умри серваки в России, будешь лагать.
Скоро на охоту. Что нужно, смертный? Так, Мил. Приветствую. Здорово, надо ставить. Что на этот раз? Ты угадал. Зелье омоложения опять не то. Что нужно? Делаю ретаргет, смертный, чтобы попытаться отожраться дредлордом теперь. Угу. Проверить можно Шреддера. Он в любом случае плюсовым скоро будет. Замазываю. Ты это сам придумал? Что на этот раз? Согласен. Да, на андроиде есть неофициальное приложение, но делается официально, оно совсем, ну, оно от того же самого разработчика, но оно значительно более, так скажем, правильно с точки зрения архитектуры, и печатик там нативный. Неплохо, потому что неплохо. И макеты там тоже наши. В общем, там оно другого уровня. Там уже версия, бета-тест идет. Версия, кажется, 28B, 028B. Там апдейтов было масса уже. Он по-прежнему не готова для, что для релиза. Смерть. Остальные колокольчики, найс. Так, я лучше возьму, наверное, второй. Чего прикажешь? Второй сварм. Дело сделано. Он универсальнее будет. Скоро на охоту. Так, надо еще было бы ручку сделать. Приветствую. Скоро на охоту. Согласен. Ты не full HD, что ли, стримишь? Да вроде full HD. Ну я вроде менял. Книга опыта, отлично. Неплохо, неплохо. Делаю такую замазку, да? Ставим базу. Скоро на охоту. Ты угадал мой план. Вампиризм сразу продаем, что он вообще тут бесхозный. Что нужно? Смерть. Жук. Неплохо. Скоро на охоту. Под это дело, конечно, ДК напрашивается, но кто ж мне его даст? Согласен. Леса не хватает. Все-таки пару что рабов я дострою. Смертный. Понятно, что лучше взять Шреддера. Скоро рабочих перевести было бы классно, но до Шреддера еще некоторое что время нужно, нужно потерпеть. Что на этот раз? Вряд ли здесь остался кто-то из крипов. Неплохо, понятно. Неплохо. Я как орк очень медленно скоро креплюсь. На охоту. Даже трупов ты нет. Угадал мой план. Надо бы сделать разведочку. Может быть, ты боем. Добегу я все-таки до этой точки. Есть небольшая, но вероятность, что там нужно, кто-то будет из нейтралов. Чего хочешь? Ставлю бестиарий хотя бы один. Тут сосед. Кто это у нас? Такой тиловский халфбред. Что он на непростой. Этот раз? Приветствую. Неплохо. Халфбред, сосед непростой. Говори. Можно, конечно, попробовать на шарп к нему прийти, раз? Но он отобьется. Два барака, второй герой. Приветствую. Нет, это не по мне. Что нужно, смертный? Да и база у него раньше, чем у меня. Приветствую. Делаю грейд на Т3. Что на этот раз? Замажу еще грунцера. Ты угадал мой план. Попробую сейчас к соседу ко второму подойти. Все-таки нужно как-то что нужно, что-то где-то. Смертный. Неплохо, неплохо. Да понятно, что старая версия приложения тоже работает, но там баги очень долгое время не фиксятся, потому что, блин, а тут Undead, ты да? Это какой сам придумал. Данпил. Привет. С одной стороны, Данпил это хорошо. Что на этот раз? С другой стороны, Undead ведь. Приветствую. А давай попробуем. Согласен. Смерть. Так. Ты это сам придумал. Тут импейл, пожалуйста. Скоро на охоту. Время убивать. Привет. Надо свармы кидать просто. Ты угадал мой план. Что нужно? Смерть. Ну рассчитывает на то, что это дантул просто надо и все. Скоро сделать пилодж. Приветствую. Поубивать ему рабочих. Что на этот раз? Вот так вот. Неплохо, я неплохо. Дело сделано. Чего прикажешь? Так, дело сделано, здесь срочно, пилоч. Что надо, хозяин? Переводим рабов. Что нужно? Я слышал. Попробую я жучком немножко отступить. Понимаю, что сложно будет. Что нужно? Ледяному трону. Что на этот раз? Я слышал зов. Еще гранта. Охоту. Рейдеров надо взять с сетками. Что на этот раз? Чего прикажешь? Одного грунцера сюда. Скоро на охоту. Говори. Умри. Да. Приветствую. Смерть ждет. Надо его поподрезать просто. Папа пара поподрезать.
Что нужно, смерть? Кадой молодой не туда. Здесь убил он. Ты это сам придумал? Это почти лечится. Смертный. Ой, нет, нет, что ж я делаю? Это такой тупик просто. Что на этот раз? Наш герой тебя сам придумал. Такое невнимательное. Что нужно, смертный? Что на этот раз? Останавливаю ману. Что нужно, смертный? Чего хочешь? Беру рейдера. Что надо, хозяин? Беру за маску. Ты угадал мой план. Думал, что он никак не умрет, наш, скоро на наш дредлорд. Ой, в смысле. Что нужно, смертный? Ну, вы поняли. Только скажи. Волчья тропа ждет. А, что моя я хочу? Я хочу купить ТП. Я хочу замазаться. Нужно, я хочу с рейдерами. Приветствую. Напасть на дампила еще разок. Скоро на охоту. Привет. Грант еще один. Музыку скоро надо для Кадо еще взять. Что на этот раз? Что нужно? Надо быстрее бежать. Он сейчас загрейдит. А, он и так загрейдил. Ну тогда что? Тогда делаем еще одного рейдера. Делаем пока. А музыки для Кадо нет. Чего шредера хочешь? Нет. Без шредера беда. Что на этот раз? Скоро на охоту. Пограбить-то можно. Что просто просто очень нужно быть осторожным. Трону. Рейдер достраивается. Что надо, хозяин? Сейчас я выйду из лимита, пожалуй, да? Мне нет. Шредером. Хреновая идея. Чего мне хочешь? Не нравится. Скоро на охоту. Ничего скажи, не попишешь. Как я буду залетать? Туретки бить сразу же рейдерами. Причем что надо не рубки в первую очередь врубать. Неплохо, неплохо. Дальше. Приветствую. Поехали, ТП есть. Раз, два. Скоро на охоту. Тут три, четыре. Ты угадал мой тут план. Кидаем фаерлорд у него. Не проблема. Что это плохо. Раз. Тут нельзя ломиться, пацаны. Неплохо, неплохо. Приветствую. Только скажи, говори, что нужно. Скоро на охоту. Я телепортируюсь, пацаны. Ну тут нечего делать просто. Просто нечего делать. Что нужно? Я не зайду туда. Что нужно? Что на этот уже раз? Скоро на охоту. Увы. Дроп, если только на что мейн. Нужно, смертный. Кстати, хорошая идея. Только скажи. Приветствую. У него же ничего нет там. Что на кроме этот пяти раз? Финдов. Ты угадал мой план. Может, ты зайдет. Я служу ледяному трону. Мелодию кадоем. Скоро на охоту. Привет. Строк надо построить было. Что нужно, смертный? Так, нет, давай. Скоро на охоту. Поехали. Как я его убивать-то буду? Армор, во-первых. Надо было еще бетон сделать. Ой, он сам пришел. Что на этот раз? Жру. Раз, два, три. Так, так, так. Это классная ошибка, конечно. А почему импейла нет? Нет, не завезли импейл. Только скажи. Приветствую. Я слышал зов. Что на этот раз? Может, ты дампил меня тут? Что нужно? У него шейда. Отступаем. Ой, в смысле шейда. Факторка у него здесь. А я с рейдерами борюсь с фактой. Это, мягко говоря, не очень правильно. Теряю Кадоя. Короче, сейчас дампил еще проиграю. Это. Согласен. Это, конечно, скоро на охоту. Очень интересно. Что нужно, смертный? Прям очень. Он телепортируется. Так, Михаил, сиди и тупи. Чего пока хуже? Не будет кастеров, ты уже не можешь да, ничего никуда выйти. Ты угадал мой план. Что нужно? Потому что он смертный. Так, панда следующий герой. Приветствую. Хороша, конечно, чертовка. Что на этот раз? Я слышал зов. Приветствую. Ай, блин. Кадой надо восстанавливать, музыку делать. Скоро кастеров строить, тауренов добавлять. Очень много всего нужно делать. Я сильно торможу. Перевести еще шредера надо будет вот сюда вот.
Что надо? Давай тауренницу одну запилим. Угу. Ну а как иначе? Вампиризм-то есть, тауренинов нет. Что грантов нужно? Что ли строить? Не надо строить грантов. Неплохо, неплохо. Надо строить нормальный лимит. Исследование скоро на охоту. Есть кодой. Делать там. Бору нужен еще. Ага. Есть хотя бы хилин варды. Хотя бы. Скоро на охоту. Дело сделано. Хорошо. Да-да. И еще один бору на лимит. Сделай. Следующий. Приветствую. Что нужно? От грантов можно избавиться, заменяя постепенно на кастеров. Скоро потому что все равно потом Таурен пойдет, и он заменит сразу смертный. Двух грантов точно. С поливерайзом-то он будет круче даже. Лес пока тратить не буду, потому что лес сейчас пригодится и на грейды, и на Тауренов. Что на этот грантов раз? Начинаю месить. Что нужно? Но сначала сделаю грейд. Тут пойду, поставлю вардик, и поставлю вардик вот так. Здесь грейд на Тауренов. Да, 250. Ничего себе. Мы уже притащили, хорошо. Да, чего хочешь? Уже притащили. Что нужно, смерть? Рейдеров тоже можно под нож пускать. Скоро не на охоту. Потому что они... Чего желаете? Ой. Немедленно. Дело сделано. Тут идет газон. Ё-моё, бестмастер пятый. Чем приветствую? Что нужно, Испол нужен на него. Капец. Что на этот раз? Отдади Испола, я не доживу уже. Ладно, берем рабочих, свободных боросы кидаем. Вам нужна моя помощь. Что называли? Смертный. Надо таурена пилить. Исследование завершено. Ага, он не пошел пока. Еще пока сделаю кастером. Надо бы еще пару баток запилить. А, давай. Таурен пару баток. Привет. Вдруг он сейчас пойдет в атаку. Чего что делать? Что на этот раз? Скоро на... Все очень плохо, как вы понимаете. Я сейчас где-то на дне нахожусь таблицы, если на нее посмотреть. Приветствую. С удовольствием. Скоро на охоту. Сделаем. Нужна моя помощь. Потихонечку переход в шаманов. Что нужно? Хотя диспол был бы полезен. Хотя черт его знает, может, Бладласт был бы полезнее. Я прилетел. Так, пара баток есть, еще парочку делаю. Против дестров, против вот этого бестмастера, который рядышком ходит, газоновский гуляет. Лес в ноль. Хилку продаем, берем пару крео, пишем ГГ. Штормор сделаем. Вроде как лес сейчас будет потихонечку тащиться. Не дай себе засохнуть. Выбирай сумму. Скоро на охоту. Давайте попробуем. Может, с тыла нападем. Может, газон штурмует. Что на этот раз? Фига, он не штурмует. Нужна моя помощь. Что нужно? Есть вирм. Чего желаете? Что на этот раз? Ты угадал мой план. Как скажешь. Окей, леса с одной стороны нет, но шредер работает. Молодец. Сейчас притащит 200. Что нужно? Чего желаете? Четыре батки есть. Исследование завершено. Это пошел Бладласт. Я это... Вам нужна слушаю. Чего желаете? Второй Таурен. Весьма неплохо. Почти лимит 80. Не хочу сюда нападать, потому что тут банши. Они пока без пассеса, но... Это все очень быстро фиксится. Скоро на охоту. Но... Я бы слетал к эльфу, поставил бы вард здесь, вард здесь и вард здесь. Да вообще везде варды нужно немедленно. Поставить. Приветствую. Где только позволяют, там и ставить варды. Уже там. Юлия пишет ГГ. Чем могу служить? Калбред там что-то заказывает. Вам блин, нужна нет. Моя нет, я не то сделал. Раз, два, три, четыре. Завершено. Скоро на охоту. Но... Ласт делаем. Еще пару баток пилю. Грейд сейчас надо на атаку еще запилить. Чем могу служить? Варды поставили. Сейчас посмотрим, кто куда пойдет. Или кто где находится. Вам нужна моя помощь. Отличный вард сейчас был поставлен. Что на этот раз? В дотке бы меня похвалили. Че надо? Ой-ой-ой-ой-ой. Пацаны, тихо-тихо. Да, чего хочешь? Че надо? Этих рабочих. Что нужно? Смерть. На убой ведем. Чем могу служить? Смотрим на Данпила. Я Данпил, 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 Данпила надо, Данпила.
мочить. Привет. Как скажешь, начальник. Ну а чего? Скоро на охоту. Я слышал зов. Бладласт есть, варды есть, таурены есть. Что на этот раз? Что нужно? Здесь выходят гиппосы. Здесь гиппосы дриады. У Халфбреда 4, 2, 3. Что нормально. На этот раз? Кстати, сосед-то мой справа не такой хороший. Ну, в смысле, не такой сложный. Возможно, с ним повоевать. Нужно, что Бладласт есть, гиппосов можно взорвать. Привет, Стинго. Скоро на охоту. Но... Давай-ка импейл попробуем спровоцировать. Тут сеточка. Привет. Тут сеточка. Что нужно? Смело. Да, вот сейчас плохо то, что жук не очень. Скоро на охоту. Сварм. Взрываемся, взрываемся, взрываемся. Звук у них, жук умирает. Т.Е. Взрыв. Б. Привет. Скоро на охоту. Что же приветствую. Поехали. Кадой жрет. Кадой отступает. Я слышал зов. Что нужно? Смерть. Панду бьют. Привет. Надо валить, наверное. Нет, давай-ка свиток изнем. За качество отвечаю. Скоро на охоту. Сварм. Далек свиток. Таурен упал. Что нужно? А, что в результате получилось? Получилась такая более-менее хрень. Слушай, если бы не последний, кстати, отданный юнит, было бы неплохо. Скоро на охоту. Заказываю еще одного Торина. Делаю грейд. Точка сбора аховаем. Не хватает маны. Тут рядом бегает Данпил. Что нужно? Дряд нечем было убивать. Да. Скоро там ни сварм, ни панда. Ну, понятно. Что нужно? Скоро на охоту. Как вовремя, а, Данпил? Приветствую. Я это... Что нужно? Слушай. Смертный. Ничего не помочь. Не хватает. Да, красавчик. Слушаю. Приказываю. Что нужно? Что будем жечь? Приветствую. Что нужно? Ну, это легкий трешачок сейчас вот происходит. Приветствую. Согласен. Наш город напали. Скоро на охоту. Еще дестройера не добил. Смертный. Знахаря вызывали? Чем могу помочь? Нет, чем могу служить? Приветствую. Не хватает маны. Что на этот раз? Немедленно. Скоро на охоту. Я прилетел. Уже сам. Так, жук выходит. Что на этот раз? Наш город напали. Он идет ко мне на экс. Мне не хватает просто... Так, а как я могу здесь вообще выиграть-то? Обойти, сделать импейл. Скоро на охоту. Давай попробуем. Сварм. Импейл. Так, так, так. Что на так этот говорю. Раз? Панда дыхнуть еще должна. Но... Кадой падает. Сейчас еще дредлорд упадет. Два кадоя. Хил сварм. Все очень плохо. Длинные пары дыхания. Привет. Панда. Дредлорд падает от ТГГ. Все, на дне. На дне называется. Просто на дне. Ой, давайте еще разок сыграем, учитывая то, что сейчас 20 минут первого, еще успеем. Ну, я плохо за орков, конечно, играю. И, видите, сражение было с соседом-эльфом не очень удачное. То есть потерял где-то 25 боевого лимита, и в этот момент напал второй. Учитывая то, что я вышки на базе на мейне не люблю ставить, особенно когда нет дополнительных баз. Вот. Это вообще третья игра по счету. Ну, хотя вторую не стоит считать. Потому что там все 15 минут проходило. Несерьезно. Изначально ты плохо настроился. Возможно, возможно. Я несколько скептически подхожу к своей игре за орков. Несмотря на то, что победы случаются. Но... Наверное, все-таки пореже, чем с другие расы. Так, с... Реди...
Как не зайду, ты все сливаешь. Совпадение, говоришь, Редмаус. Отлично. Отличная попытка вброса. Просто красавчик. Просто красавчик. Не заходи. Я вижу, как кот мирно спит, уткнувшись носом в бутылек с чистым спиртом этиловым. Медицинским, чистейшим. О! Чего? Разнообразие ради. Да, хорошо, захумано всегда. Хорошо. Респ. Хороший респ. Ну, хороший респ, потому что на эту базу, как правило, этот товарищ не претендует, потому что у него под боком есть ближе местечко. Правда, за него ему я придется готов. Сражаться с соседом своим. Опять работаю. Вот, ну, я аккуратненько так застрою мейн, вот, чтобы здесь не пройти было. Я готов. Хорошо. Но чтобы вышка, которая будет поставлена, тут простреливала проход. Сделаю, конечно, разведку, чтобы понять, что за раса и куда он направляется. А, скорее всего, даже третью ферму просто здесь поставлю наверху, чтобы видеть, когда он пойдет. Да, ко мне. Ну, он рано или поздно-то пойдет, в конце концов, правильно? Угу. Да. Ну, я пошел. Чтобы момент не упустить. Графу лучше. На максимум просто. Что тянет комп в Варкрафте, это максимум. Я готов. Угу. Ну, я пошел. Готово. Постройте тело. Ставим героя. Чего? Хорошо. Добываем лес. Опять я готов. Готово. Заказываем фута. Не, я понимаю, что может быть пресет не тот, что может разрешение стрима, а не игры. Да я понимаю, в любом случае не буду это во время игры уже делать. Как только, ну, раньше в Full HD, в прошлой трансляции были, сейчас, видимо, в HD, и это как бы не камильфо. Ньюфаги, что сказать. Раньше мы вообще стримы делали 320 на 240. Ну, и все были счастливы. Воистину, потребности человека не ограничены. Хорошо. Ограниченные ресурсы. Ну, что прикажете? Так, я хочу опять работать. Крепануть вот этих вот бобров. Да. Угу. Бамбров. Да, ваш брови. О, сыха. Люблю его. Давно не было. Опять сыхи. Умри! Чего? Я готов. Да, да. Слушайте, а может действительно просто возьмем и... Что прикажете? Будем что крепиться он? Сейчас да. Нормально, как... Да. Как белые люди. Ну, постепенно, да? Не окружать там голубого, потому что он все равно кинет, что надо. Голем смотрит там, как унижает соседей, но ничего не предпринимает по этому поводу. Лавку, пожалуй, все-таки на вынос поставлю. Я готов. Да. Здесь бы еще ферму разведывательную сделать справа. Надо взять 6. Чего? 6 ментов и пойти сразу же. Да. Чего? Хорошо. На эксп. Да, лес, конечно, где нет. Враг? И это проблема. Да, отменю фута. Где чтобы враг? Дополнительно опять сделать работа? Еще кто парочку рабов да, в рамках текущего да, лимита. Ой-ой-ой-ой-ой. Косяк, Михаил. Чего? Я аккуратненько, я хочу. Может, живое до третьей что хилки. Приказа? Ой, до второй хилки до третьего да. Уровня. Как блин. Мой жадность, жадность. Что приказа? Да, господи. Что прикажешь? Вот он экспириенс. И потерял еще фута. Кто на очереди? Под занавес. Да врач мой клинок. Да. Что приказ? Да. Хорошо. Чего? Очень не очень крипит. Хорошо. Что приказа? Напрачь мой клинок. Опять работа. С кого начнем? Как скажете. Кто на очереди? Да, господи. Да. Не жду хватает. Лесом. Продаю. Опять работа. Да, ненужные вещи. Дерево. Лес есть. Угу. Заказываем. Хорошо. Где враг? Что я хочу? Я хочу манку, я хочу хилку. С кого начнем? Ого. Напрачь мой клинок. Нахиляться буду пока так. Что подешевле. За ману хиляться. Пойдем на зеленую сейчас. Точку. Надо не прекращать крепиться. Да. Напрачь мой стоит клинок. Заказать еще парочку футов. Кто на очереди? Жду приказа. Кто на очереди? Будет исполнено. Спасибо, Уварден. Спасибо, что отписался. Я не помню твоего никнейма. Видимо, ты редко отписываешься.
Но... Кто на очереди? Но спасибо за столь лестный отзыв. Приятно. Приятно. Так, все, собрался. Я сейчас буду комментировать, как никогда. Сейчас, конечно. Смотрите, я хочу попробовать сделать разведку боем на соседний рез, потому что есть вероятность, что мой сосед слева, он тоже как бы не очень расторопный, и, может быть, он тоже не спешил крепиться. Поэтому я, пожалуй... А нет, смотрите-ка. Бабло пришло. Ну, это просто на вебмане. Премиум купил или донат через вебмане. Что приказа? Думчик. Где враг? У него беда с крипингом, во-первых. Что приказа? Блин! Да, у нее нет здесь базы. Ой, господи. Так, нужно сделать ламбермил, потому что с лесом явно проблемы. Здесь запилить еще несколько рабов, одного на лес. Верно. Здесь девайс берем. Талисман здоровья. Ок. Да, ребят, вы чего? Ну, хорош. Где враг? С кого начнем? Умри! Ну, приказаний. Что живить? Я готов. Отменяю, делаю играть на следующий тир. Заказываю здесь лучше побольше рабов. Кто на очереди? Вот соседом можно попробовать быстро и убить, на самом деле. Таурен, второй. ЛС. Кто на очереди? Ничего себе вообще. Я готов. Что прикажете? Это поворот, поворот. Брать мой клинок. Че, этого отпустят? Я 4-й левел здесь получу просто на этом. Что приказа? С винтами идет. Кто на очереди? Я не хочу с тобой драться. У меня маны нет. И фу ты битый. Да еще ты с ментами там со своими бегаешь. Отличный вейв. Хилку юзаю, он на ферму еще отвлекся. А вот ферму жалко, да. Да. Напрачь мой клинок. Кто на очереди? С кого начнем? Да хочу я его. Чего? Убить. Опять по фасту. Ну зачем мне такой сосед? С Тауреном-то, правильно? Вообще не нужен мой клинок. Нам такой сосед. С удовольствием. Пойду-ка я базу поставлю все-таки. Хорошо. Надо же крепиться, правильно? Ух ты! Что хексик! Иду. Окружение сейчас. Второго Таурена, это. Угу. Верно. Идеальное, идеальное. Мой клинок. Как скажешь, что прикажешь? Сейчас. Где да. Враг? Как скажешь, мне кажется, что я его не додавлю. Верно. Чего? То есть я не докриплю его скорее. Кто? Ой, там кастер уже. Да, не, откладывается вторая база. А то мне точно леса не хватит на... Данте говорит, присоединяюсь, слежу за творчеством Михаила с первого аудиокомментария 12 лет назад. Ощущал очень свой юмор, интеллигенцию с хорошим смыслом. То есть ругаться мне уже все. Уже не стоит. Я только хотел наконец-то разойтись. Он атакует. С крестами, с этими, с... Я жду Т2 очень. Где враг? Очень жду Т2. Вы бы знали, как жду. Чего? Мне и второй герой нужен, и кошки немножко. Что приказа? Где враг? Да, ваш вроде. С ментами? Мой клинок. С кого начнем? Где враг? Так, второй герой раз. Да. Здесь раз, да. Два и три. Быстренько раз. Что приказа? Как скажешь, кого начнем? Не, надо просто... О. Надо просто... Кто на очереди? Чуть-чуть где пережить. Враг? Надо к этому, к магазину сдойти. Так точно. Давай, так. Опять так, работа. Так, 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 да так, 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 что так. Там сорки сейчас начнут просто футов убивать, готов? Понимаете? Сделал. Хорошо, что он плохо контролит, а, ребят? Вот повезло мне с этим. На этом моменте. Бутылек не нужен. Жизнь как зря купила, вот мана пригодится. Да. Делаю хавков. Да, может, ментов возьмем? Как надо вообще ментов что взять. С удовольствием. Напрачь мой клинок. Надо сначала, чтобы они... Нет, дождемся второго героя. Сейчас. Все равно сражаться не хочу до этого момента. Что приказа? Будет исполнен. Давай, давай, давай. Он... Его убьем. Да, что на него царится ночь. Оп. Опять работа. Это ок. Я пошел. Слава высшим эльфам. О, хорошо, эльфы пошли. Да. Чего? Напрачь мой клинок. Приветствую. Поторопись. Мы сейчас кастеров хавками убиваем. Да с деньгом! Пошла. Напрачь мой штурм. Дредлорд сварм. Да все, ГГ. Ну, в смысле, его убьем. Что приказа?
Такая стор уже не представляет угрозы серьезной. Передам только манку сухим, для того, чтобы не терять там лишнего. Быстрее, смертный. Так, дальше вот так вот делаем. Что нужно, смертный? Бою готов. Пришел час страха. На охоту. Кто на очереди? Приветствую. Кажется, он не дойдет. Этот... А, нет, слепортировался. Я думал, не достанет просто. Я хочу сейчас все-таки быстро, прибыстро поставить экс. Все-таки это и крипинг, и... Верно. С кого начнем? Иду. Жду приказа. Что? Сберись бинды на хавков. Кто на очереди? Как обычно. Где враг? Куда летим? Он там хиляется, я понимаю, что это потеря по времени некоторые, но... Но лучше мне сейчас воспользоваться этой паузой для того, чтобы поставить третью базу, чем потом... Что приказа? Что нужно? Неплохо. Рок ветров, может сделать грейд на... Да, давай. По цеху третий герой очень нужен. Опять он пришел, да ты что? Привет, слава высшим эльфам. Что нужно, смерть? Очень назойливый он. Причем необоснованно, на мой взгляд, назойливый. Я телепортируюсь сюда. Чего? На чем он собирается меня убивать? С кого начнем? Кто на очереди? Раз, два, три, четыре, лечимся. Что на этот раз? Кристоп, выщелкиваем с орками в первую очередь. Это через атаку. Здесь ставим базу, потому что я уверен, что там есть. Куда летим? На нашу что приказа? Что прикажешь? Бою готов. Набрать мой клинок. Что на этот раз? Куда летим? Хорошо. Аурбилд. Быстрее, смертный. Поторопись, смертный. Лечу. Кто на очереди? Набрать мой клинок. Скоро на охоту. Жалко, что... Куда летим? Быстрее, смертный! Уже лечу! Что приказа? Жалко, что у меня тут немного. На нас напали. Не очень много, так скажем, но это тоже поправимая штука. Хилка пошла. Третья. Согласен. Ой, магаза нет. Без магаза я это не могу этих кошек строить. Здесь лечу. Надо, наверное, вернуться. Да. Блин, ты мне тут особо не помогут. Давайте вернем хавков тогда. На нас напали. Черт с ними. Что приказа? Куда летим? Лечу. Да что на этот клинок. Раз? Да с динго! Поторопись, смертный. Что приказа? Ничего не сделать. Он рефлоу делает против... Да. Против хавков. Клинок. Ну, в принципе, это логично, но... В таком количестве вряд ли поможет. Привет. Окружает дредлорда. Умри. Скоро у него есть бутылек, армор. Есть магазин, да. Нужно бустануть. Что нужно, смертный? Ты я это сам могу выйти. Придумал. Согласен. Не воспользовался я этим. Где возможностью. На этот раз? Быстрее, смертный. Кто на очереди? Блин, рискованно. Может, все-таки... У меня денег дофига. А толку нет, потому где что... Скоро на охоту. Летим. Ну, лучше... Лучше пойду за хилкой. Смертный. Что нужно, смертный? Не хватает золота. А вот уже и золота нет. Приехали. Город осаждают враги. Так, ну заходим сюда. Хорошо. Ментов спасаем. Делаем грейд на Animal Training. Набрать мой клинок. Вот так, так. Тут маны не хватает, лечимся, лич. Что нужно? Чуть-чуть не успел. Куда летим? Жду приказаний. Что приказа? Поторопись, смертный. Где там еще турен. Скоро на охоту. Весьма не очень. Надо третьего героя брать еще. Иду. Жалко, что мне маны не хватает, жалко, что добыча. Долго-долго я с ним. Куда очень летим? Долго справляюсь. Очень долго. Быстрее, смертный. Слава высшим эльфам. Героя следующего беру. Куда летим? Сейчас ему хавков неким убивать вроде как. Их ждет смерть. Кто на очереди? Куда летим? Добрать мой клинок. Будет исполнено. Кто на очереди? Иду. Перебил он мне регенерацию маны. Надо убить этого друга. Потом брейкеров наконец. Реклап все-таки. Делаем еще хавков. Помним, что у нас есть три нычки. ГГ, что он ливает? Так, вот сейчас нужно очень быстро
Тут базовый не поставлю, к сожалению. Приветствую. Очень быстро выйти в центр. Очень быстро. Вот пытаться хотя бы что-то там забрать. Скоро на охоту. Куда летим? С кого начнем? К бою готов. Поторопись, смертный. Так, о, Хварика. Варечка. Варечка под цехой тоже хорошо зайдет. Здесь я просто убью... Исследование завершено. Небо завершено. Убью вышки, потому что это даст немножко экспы. Здесь закуплю СТП маны в первую очередь. С кого начнем? Быстрее. Куда летим? Как-то так. Клинок. Здесь добыча идет. Ой, стоп. Ваш вердикт. Что это такое? Что нужно? Смерть. Не понял. Став еще надо взять. Что приказа? Быстрее, смертный. Что? Так, тут рабочие, одного, второго, третьего и сразу на крипинг центра. Куда летим? Одного не хватает хавкам. С кого начнем? Бою готов. До полной пачки. Быстрее, смертный. Есть третий хил, есть хекс, Наверное, сразу в центр пойду. Исследование завершено. Второй играет на атаку, пилим. Я думаю, что там крипится во всем. Поторопись, смертный. И я могу с такими героями. Ой, нет. Где враг? Куда летим? Небо. Приветствую. Варечка, давай, домой. Домой, блин. Быстрее, смертный. Поторопись, смертный. Что на этот раз? Что куда летим? Где враг? Жалко Варна, тем более, что я мог ее спасти. Кто на очереди? Но кривые руки, в общем-то, и все. Где враг? Приветствую. Не стафанул. Ты угадал мой план. Кто на очереди? Готов. Быстрее, смертный. Здесь не закреплено. Здесь не закреплено. Ай-яй-яй. Быстрее ветра. Давайте где сюда. Никакой хекс, хил. Проходим дредлордом вперед. Надо брать срочно шредера. Варя побежала. Шредера бьют. Шредера, к сожалению, я не могу хильнуть. Поэтому я лучше возьму вот так вот его и сюда дропнем. Ой, вот это плохо. Ты это сам придумал. Дредлорд. Согласен. Еле живет, но у него камень жизни есть, он его берет. Что нужно? Варька подбегает, надо сыху увести. Скоро на охоту. Наш город осаждают враги. Блин, да что это такое-то? Дантл пришел дальше отдаваться. На этот раз? Ваше решение. Поторопись, смертный. Блин, ну Дантл, ну. Где враг? Что? Привет, мой клинок. Ваш вердикт. Бою готов. Отлично, взорвался. Давай-ка вот так вот. Давай-ка вот так вот хотя бы. Ну хоть как-нибудь. Отлично. Куда летим? Быстрее, смертный. Тут их двое, но Данпел скорее так. Отвлек меня, подлец. Куда летим? Орк от крипинга. Это очень неприятно. Исследование завершено. Мне кажется, он будет продолжать что отвлекаться. ТП мана. Где враг? Что? Напрачь мой клинок. А смертный. Я хочу крипиться. Куда летим? Что нужно, смерть? Знаете, я хочу крипиться. Согласен. Приветствую. Ты угадал мой план. Слава высшим эльфам. Хочется мне. Там еще столько точек классно. А у меня вот этот раз. Там никто их не крипит, понимаете? Никто. Уже лечу. Там же и девайсы. И там все. Поторопись, смертный. Жду указаний. Напрачь мой клинок. Кто на очереди? Давай-ка сварм тут ножи. Тут хилку давай. И отступаем. Приветствую. Ботинки нужны. Варя очень сильно терпит. Покупаю ей ботинки. Иду ее хиляю. Посох безмолвия. Варна сейчас может умереть. Ну хиляет ее. Такое вообще не очень. Пятый дредлорд, одна Варна остается. Куда летим? О, молодцы, пацаны пришли. Закон это я. Варя, да ну умрёт. Суд будет быстро. Огласите приговор. Во имя правосудия. Твою налево. Рабочие из второй группы пришли. Вот они вот здесь. Вот такое тоже часто бывает. Что на этот раз? С кого начнём? К
И даже нет резона сейчас скрипиться. Небо. Ну а зачем, если ты ничего быстрее, без героя? Смертный. Ты это сам какой фейл. Чем могу? Я подожду. Да. Хорошо. Что приказа? Что на этот раз? Просто шок. Направь мой клинок. Я. Чего? Опять работа. Ну, где враг? Привет. Жду ботинки, купил ботинки, побежал, побежал. Варден там воскрешается. Можно ради девайсов эти штуки подкрепить. И нужно подкрепить. Все, поехали. Не будем ждать. Варден все равно. Книгопыта Дредлорду. Хилочку, пожалуйста. Сало надо было, конечно же, кидать. И на рыцаря надо было кидать сразу же. Еще один посох без молнии. Это повезло. Продаю, вижу большой амулет маны. Большой амулет маны очень понадобится. В первую очередь варьке. Да и, в общем-то, бриллианс понадобится. Сфера льда. Скоро на охоту. Сыхе нужна сфера льда. Что на этот раз? Ты это сам придумал? Разобрались. Ботинки еще нужны. Медальку продам. Еще же вампиризм надо продать. Вампиризм же тут вообще ни к селу, ни к городу. Верно. Ботинки взял. Зайду сюда. Тут сколько нужно вырубить там? А, справимся. Варя, оказывается, третья. Ваше решение. Нужны воркшопы. Да. Подстава, пацаны. Големы, големы. Нас предали. Смертный. Я отомщу. Где враг? Что на этот раз? Огласите приговор. Поторопись, смертный. Что указание? Быстрее, смертный. Направь мой клинок. Что? Ваше решение. Где враг? Ваш вердикт. Ну, Варя крепится. Ваше решение. По мере сил. Именем закона. Как вы видите. Опять работа. Хорошо. Аспалано. Пельталаские сапоги на продажу. Варя четвертая. Пятый будет, когда убьем вот этих вот драконов. Если они, конечно, есть. Быстрее, смертный. Варьку лечим. Варьку, говорю, лечим. А, это Варька. Да, да, господин. Разошлись. Тут один рабочий, кажется, застрянет. Тут, кажется, уже закрепили все. Нет. Раз. А, отступаем двумя героями. Напоследок тут хильнем. А у Ешечкой Дредлорд решил остаться, почему-то непонятно почему. Естественно, рабочие пришли, потому что они все еще из второй группы. Хавки падают, но им уже пора. А, это книга знаний. Во имя книга знаний я, пожалуй, возьму. Все ясно. Привет, лордом. Ты угадал мой план. Ваш вердикт. Почти удалось получить следующий левел. Сделаю воркшопы. Ну, понятно, что нужен нормальный антиэйр. Начинаю делать. Что нужно? Есть инфернал. Я предлагаю прийти к орку. Суд будет быстро. Просто берем и приходим. Варьку стафаем. Здесь да, все ок. Здесь делаем грейды. Здесь делаем грейды. Ты меня пугаешь. Огласите приговор. Что? Куда вижу, пион идет. Зачем там? Поторопись, смертный. Сейчас. Надо, наверное, я, пожалуй, оставлю пока амулет маны у Сыхи, потому что Варден пока еще не настолько взрослый, чтобы эффективно юзать, так же эффективно, как Сыха, юзать маны. Скоро на охоту. Хочу продать... Плюс 15 жалко продавать, на самом деле это такие, такой девайс, он в будущем все равно его сплавлять надо будет. Ваше решение. Направь мой клинок. О, орка, кажется, забрали. А он не так давно убивал Хумана справа. Делаю танчик, точки сбора на танчик. Здесь одного раба надо допилить. Надо взять лишних рабочих. А лишних рабочих и нет. Ладно, парочку вот здесь вот возьму. Сплавить надо как-то сейчас. Надо освобождать лимит и идти более-менее каким-то универсальным лимитом.
убивать соседей. Я, пожалуй, сделаю разведку. Такую мазохистскую. Кавками по ключевым точкам. Глебон голевнул. Можно делать грифонов, можно делать танков. Можно все что угодно делать. Но нужно идти еще при этом убивать людей. Здесь потихоньку начинаем ставить базу. Потихоньку ее защищаем. Здесь вообще никого. Тут Халбред справа. Тут Кипвелл. Но против Кипвелла надо уже сразу же убивать хавков. Прям вот принудительно заменять их на танков и грифонов. Хорош. МГ, да, видите, у него и лимит такой. Хотя танки особо не нужны, на самом деле. Получается, что куда не летим? Нужно. Где враг? Что? Куда летим? Что? Хавки точно не смертный. Нужны. Я смогу талонов убить с вармом или ножами, а инферналом да, убить дриад. Мне скорее нужны грифоны против медведей, а там прорвемся. О, нормально, сейчас мы его, может, спровоцируем уже сразу же. Немного я не готов, но... А вот, спровоцировал. Блэйдмастер 4, панда 5, ё-моё. Да уж. Беру танки. Куда летим? Жду приказа. Таурен 6, ёппарес, это куда я вписываюсь? Ой, куда я вписываюсь-то? Мортира картечь нужна, наверное. Побольше грифонов. Но там серьезно у него все. Я, пожалуй, лучше танки пущу тупо на разводы. А здесь буду типа... Приветствую. Давай, салом. Инфернала. Ножи, сварм. Я хочу просто, чтобы танки проехали, понимаете? Мой клинок. Сейчас. Ой, инфернала забыл уже. Культую. Ну, чтобы инфернал продержался подольше. Сайленс не сделать на то время, чтобы он не стампанул меня. Какое-то время стампанул. Ну давай, лечи. Молодец. Огласите приговор. Недостаточно маны. Сейчас. Кто на очереди? Приветствую. Ну, танки доехали, я вижу. Золотой рудник скоро исчезнет. Хорошо посражался. Инфернал даже спас. Сделаю еще танчиков. Варька пятая. Тут в первую очередь, конечно же, маны нужны. С кого начнем? ТП. Что приказа? Хилка. Кто на очереди? Где враг? И поехали. Вижу дерево. Иду сюда. Вы сюда, точка сбора. А что по грейдам-то вообще у меня? На танке. На танке все печально. Парифайр на мне. Да, он сюда идет. Но видит еще, что я бегу. Саунда почаще юзать. И хекс тоже. Лимит у меня очень стрёмный. Да, он здесь. Убиваю ему эту базу. Что, не успеет, что ли? Может, не успеть. Ну, давай еще разок. Нет, успел. Огласите приговор. Сварм был лишним явно. Делаю еще одну. Один под заказ танков. Но у него это добывающая база, важная база. Надо мне после следующего размена не заказываться. Опа, телепорт пошел. Не, не хочу. Я до инфернала хочу пожить. Хочу хавка наконец убить.
Танки пойдут лучше в обход. Один вот так вот. А второй вот сюда вот. А третий вот на сюда вот. Кто на очереди? Опять он мне спалил. Исследование завершено. Ваше решение. Так, сейчас будут винные пары. Дыхание в арке плохо. Все ясно. Но есть хил, поэтому живем. Пока что живем. Надо стомп, от стомпа защищаться. Отступаем. Ваше решение. Хил пошел. Сейчас танки должны его немножко... Что нужно? Да, инфернал почти откатился. Ну, окей. Направь мой клинок. Верно. Ой, не, сейчас. Не, не. Будет исполнено. Жду указаний. Жду приказа. Панда привет. Пошла, инфернал пошел. Стан пошел. Ой, сайленс пошел. Сварм сюда, ножи, ножик, панда минус. Теляем дредлорда, он телепортируется. И идем к нему. Я, наверное... Да, ну здесь видите раз, здесь видите два. Танки вообще идеально просто отходили. Разве что после телепорта этот оказался уязвим. Но, в принципе, удары очень хорошие сейчас пошли. Беру сюда трех рабов. Беру сюда, ставлю новую базу. Надо... Ну, тут танк просто выигрывает время, понятное дело. Исследование завершено. Что указание? Приветствую. Что приказа? Где враг? Скоро на охоту. Тут сварм. Что приказа? Где враг? Привет. Дредлорд с вампиризмом, непонятно зачем. Где враг? Конечно же. Кто на очереди? С кого начнем? Танк вернется. О, тут убили базу. Ну все отлично, даже сейчас мочить сильно не надо, то есть ломиться на него не нужно. У него нет добывающих баз. Хотя он тут... Золотой рудник обрушился. С кого начнем? Чего? Хорошо. Опять так, работа. Давайте сделаем нычки себе еще. Где враг? Что на этот раз? Сварм. Кто на очереди? Огласите приговор. Что приказа? И отступаем. Напали. А почему ты такой наглый, скажи мне? Сейчас. Чего ты не боишься-то, ничего я не пойму. Исполняю приговор. Это же ошибка. Ваш вердикт. Вызываю ульту. Где враг? Сейчас верно. Ульта Варден из-за этой ошибки просто будет... Что нужно? Давай стан сделаем, в смысле сайленс. Что да, сайленс, конечно, не очень получился. Огласите приговор. Кто на очереди? Мне нужны просто трупы. Будет исполнен. Ваш вердикт. С кого начнем? А танками нужно убивать ему алтарь. Ему новеллами. Что на этот раз? Давай-ка сделаем вот так вот. Что ваш вердикт? Сверху надо сайленс накинуть. С кого начнем? Что приказ? Кривой сайленс. Сейчас не кривой. Ваше решение? Что нужно? Смерть. Урен стафается. Надо панду убивать. Ну, потому что урем все равно с ультой. Чек сделал просто потому, что... Ну, жалко, потому что... Так, убили. Окей. Хил на этих. Ставчик, пожалуйста. Салон от урена. Сварм. Можно ставкнуть еще. Что на этот раз? Направь мой клинок. Клево. Очень да, много экспы. Да. Что приказа? Алтаря у него нет. Соответственно, надо сейчас просто убивать. Где враг? Будет исполнен. Тут ловим. С кого начнем? Выполню любой приказ. Что приказа? С кого что ваше решение? Смерть. Можно инфернал закинуть ему. Ты это сам придумал. Где так враг? Вот. Что указание? Салас было, чтобы он не стомпал. Получай! Да, мы уже как последняя игра, и минут через 20. Женя, кота развлекает. Хорошо. Что приказа? Не хватает. Турин-то жив. Где враг? Сильно. Клинок хочет крови. Асфалана. Как он живет до сих пор? Кто на очереди? Приветствую. Асфалана. Что приказа? Получай! Да. Как он живет? Направь мой клинок. Там Блейдмастер под виндвоком, я слышу, идет. А, он... Где враг?
Скоро на охоту. Ваше решение. С кого начнем? Сейчас. Что на этот раз? Не хватает. Привет. Жду указания. Ой. Иду. Таздинго! С кого начнем? Пришел час страха. Панда падает, я должен телепортироваться здесь. Скоро на охоту. Огласите приговор. Не успел я стафануть наш герой Дредлордом. Будет исполнено. Заказываю еще танки. Долго я там с ним. Ну, на самом деле, много XP еще получил. Прям очень много XP получил. На нас напали. Так что ничего такого прям сверхстрашного не произошло. Да, надо хавку убить. Да, надо ману восстановить. Дредлорд опять же придется ждать, но сейчас. Я не буду ждать. Иду. Огласите приговор. Потому что, да. Потому где что. Асфалано. Ваше решение. Это слишком жду долго. Приказа. С кого начнем? Жду указаний. Закон это я. Лучше его взять здесь и как-то. Да воцарится ночь. Воспитать. Появляется первый слип. Жду танки. Танков надо больше. Скоро на охоту. А, как же быть-то? Давай закупимся. Не, ну а Дредлорд-то как? Дредлорд-то должен тоже ману регенить. У нее есть, конечно, Бриллиант Сауна, но это же не то совсем. Скоро на охоту. Надо что-нибудь более эффективное. Что нужно? Хотя бы немножко пропить. Так, понятно. Телепорт. Нагло очень пришел. Вот я хавка зря, кстати, убил. Верно. Поехал к нему. Кто на очереди? Что главное на сало кинуть. Остальное не важно. Ваше решение. Танк пойдет на мейн, раз он так любит от меня бегать. Напрачь. Возможно, у него здесь база еще есть. Сейчас. Нет, у него здесь база. Иду. Ого. Иду. Не, ну я просто. Ой, нет. Кто на очереди? Скоро на охоту. Огласите приговор. Во имя правосудия. Что приказа? Приветствую. Напрачь мой клинок. Скоро на охоту. Где враг? С кого начнем? Приветствую. Где враг? Ваш вердикт. Что приказа? Надо сюда. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Напрачь мой клинок. На нас напали. Где враг? Не, надо за ТП было сходить. Что приказа? Он, скорее всего, сейчас, да, телепортироваться будет. Напрачь мой клинок. Ой, господи. Вот он. Золотой рудник скоро иссякнет. Скоро на охоту. Кто на очереди? Беру ТП здесь. Где враг? Варика ищу хороший девайс. Закон это я. Себе маску возьму. Огласите приговор. Надо его добивать. Надо Блэдмастера тоже мочкануть. Дредлорд раз, Инфернал два, работаем. Иду. Что на этот раз? Что-то здесь. Давай кекс на него. Скоро на охоту. Так, так, так. Что с Алан Таурином? Кто на очереди? Напрачь мой клинок. Ваше решение. Пришел час. Что на этот раз? Убили Торином. Привет. Надо его под слип сейчас будет. Согласен. Ваш клинок. Верно. Где враг? Кто на очереди? Асфалано. Скоро на охоту. С кого начнем? Жду приказа. Убью Блейда. Огласите приговор. Что на этот раз? Здесь Салан. Хил. Зоркий выполнил любой приказ. Скоро на охоту. Надо было хек сделать. Набрать мой клинок. Ну, уже не столь важно. Меня очень прилично накормил. На нас напали. Делаю еще танков парочку. Добиваю здесь ему базу. И вот сюда вот надо идти. Потому что там, скорее всего, он и слепортировался сюда вот с Таурином. Вряд ли у него. Что на этот раз? Ваше решение. Надо справить мой клинок. А может и нет. Нычка здесь закончилась. Что приказа? Кто на очереди? Что приказа? Убили виспов. Деревья мочим. А, ну вот как. Телепортируюсь. Надо просто взять его и хиксануть.
Иксануть и дальше делать техники. ГГ. Хорошо. Что я хочу? Четыре человека. Я хочу больше бабла. Золотой рудник, золотой рудник. Хочу нормальную закупку. Ну, я пошел. Хорошо. Что да, приказа? Опять работа. Хочу базы, вот эти вот периферийные поставить. Кто на очереди? Где враг? Хочу меньше грифонов. Кто на очереди? Асфалано. Короны королей, отлично. Огласите приговор. Варьки. Арбу я второй брать не буду. Где враг? Здравствуй. Напрачь мой клинок. Одного грифона. Да. Кто на очереди? Напрачь мой клинок. Вертолета сделаю одного. Грейды еще, кстати, не все. Со шредером надо разобраться. С кого начнем? Что на этот раз? Где враг? И манку восстановим. Причем ману чего? Лучше вот здесь вот сделать. Кто магазин и... Жду приказа. И восстановить. Есть один вертолет. Да ладно. Тут эльф какой-то. Снежок. Его, видимо, справа убили. И вот он... Врубаю форсаж. Развивается у меня под боком. Сейчас все... Люди пошли какие... Что приказа? Я убиваю ему... Ваше решение. Алтари. Опять работа. Чего? Вообще, здрасте. Один танк сюда. Приветствую. Банда вышла. Огласите приговор. Что приказа? Ваше решение. Напрачь мой клинок. Давайте, да, панду убьем хоть. Сейчас. Пришел ваш час вердикт. Опять работа? Да. С кого скоро на Дредлорд справляется. На нас напали. Здесь мудрость снизу, мудрость зеленая. Ваш вердикт. Панда минус, первый блинк. Что нужно, смертный? Снежка добиваем. Кто на очереди? Хорошо. Что на этот раз? Завершено. Может быть, и не стоит. Не надо будет манку. Что приказа? Приветствую. Восстанавливать. Неплохо, так сойдет. Неплохо. Что на этот второй раз? Слип. Что приказа? Нас напали. Здесь мудрости плохо. Смотрите, у него панда не очень. Опять работа. Живаем. Тут хочу тоже базу, да, отстрелить. Тут надо вот так вот к мудрости прийти. Да. Тут базу ставим новую. Ну, я пошел. Запас по лесу нет, но шредер там вроде хорошо. Сейчас начнет работать. Опять работа. Кто на очереди? Халфбред мудрость, видимо, убивает. Я попробую вот сюда вот к нему тогда. А танчики. Танчики на мейн. Здесь просто убить. Суд будет быстрым. А, его с двух сторон. Очень жаль, конечно. Очень. Но я взял экспу, который хотел взять. И поеду к нему. Да, спасибо за игру. Так, мудрости нет. Самые топовые сейчас это как раз такой Халфбред, да? Или не Халфбред? Ну точно не Снежок. Где враг? Снежку надо вот сюда вот пару танков отправить. Вот сюда вот надо танчик отправить. С кого готово. Чего? Здесь базу делаем. Завершено. Ну, я пошел. Не буду торопиться. Сейчас. Да. Пойду закупаться. С кого начнем? Денежка с запасом есть. Напрачь мой клинок. Снежок там пытается. Ну, мне было бы неплохо, что если бы остался один. Ой, Халбред, шестой Таурен, шестой алхимик, седьмой алхимик. Что приказа? Че, не продаешь? А было что-то в центре, не что было? Приказа? Так, Халбред Тиловский, да? Да, вот так вот. Нет, вот. Так вот, а потом так вот, так вот. Даже вот так вот. Так вот, потом так вот и так вот. Сейчас, наверное, Халфбреда буду месить, пытаться. А, то есть Халфбред, собственно, и остался. Что приказа?
Что мне делать с ним? Что мне делать с ним? Эндерфайр был бы неплох весьма. Да. Здесь нельзя строить. Я пошел. Как всегда, я о нем вспоминаю в самом конце игры. Да прать мой клинок. Снежка тут мочканем. Что приказа? Где враг? Что нужно? Смертный. Именно сейчас ты на Халлбреда напасть. Вот на эту центральную ориентировочную базу. Здесь танк тупит. Да, вижу его танк. Только не продавай, только не продавай. Напрачь мой клинок. Выполнил приказ. Кто на очереди? Надо отвлечь его. Что приказа? Что на это? Положись на меня. Вообще хексить надо в любой непонятной ситуации. Здесь убиваем базу, там убиваем базу, везде убиваем базу. Где враг? Что на этот раз? Кто на очереди? Так, сверху он подходит? Верно. А нет, сверху подходит, просто строит. На строит. Давай еще танков сюда. Данпил ливнул. Кто на очереди? С удовольствием. Что мой клинок? Смерть. Где враг? А давай из ними-то выйдем. С кого начнем? Где враг? Понимаешь, что это не по-майкеровски совсем. С кого начнем? На нас напали. Готово. Пойду к нему. Жду на мейн. Приказа. Здесь делаю престов с Энерфайром. Да прать мой клинок. С кого начнем? Что приказа? Направь мой клинок. Ладно, давай, 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 чё? Сейчас. Приветствую. Где враг? Направь мой клинок. Он может, кстати, сейчас телепорт... А, вот он идет, в общем-то. Где враг? Скоро на охоту. Я не уверен, что здесь мне что нужно вообще... Где враг? Это указание? Ставку и телепортируюсь нахрен. Всё ясно. Да, его много. Что приказа? Да. Его много. Верно. Мне необходимо. С кого начнем? Что приказа? Что мне необходимо? Да мне необходимо не сражаться что без танков. Да, в том плане, что всегда он должен кто что-то там терять в тылу. Понимаете? Всегда. Чем могу помочь? Также мне нужны престы с дисполом. Исследование завершено. Они вроде заходят. Что приказа? На что жалуетесь? Танки едут, грифоны не туда полетели. Да, мой друг. Здесь вижу танчик, иду вот сюда вот одним. Здесь иду вот сюда вот вторым. Золотой рудник обрушился. Иду вот сюда вот третьим. Кто на очереди? А пацанами иду в атаку. Да, господи, да. Закончилась шахта, надо поставить что-нибудь. А хорошо. Вот еще одна. Ну, я пошел. Куда летим? Ой, назад. На нас напали. Напрачь мой клинок. Так, ребят, аккуратненько, аккуратненько, на аккуратненько. Что мне... На очереди? Ваша. Чем могу тебя враг? Сейчас. На что же? Напрачь мой клинок. Так, только не это самое, не сеточка. Ваш вердикт. Ой, это плохо, конечно. Правосудие. Мой клинок. Нет, это не тот став. Чем могу помочь? Да, мой друг. Варден лечится. Чем могу помочь? Мой клинок. Диспол у меня есть, на что же вроде как. Инфернала нет. Здесь идет какое-то там. Какое-то сражение. Он идет, он взрываться сейчас батками будет. Хекс минус батка. Чего? Опять ставим базу. Видимо, он здесь собирается строить. Сюда и сюда, соответственно, танком сделаем. Ваше решение. С кого начнем? Да, мы сюда клинок. Вот пойдем. А, тут убили нычку, хорошо. Что надо приказа? Сейчас напасть вот на это. Он ее, скорее всего, строит или уже построил. Золотой рудник. Нет. Ну, тогда на мейн я предлагаю. На что жалуетесь? Танки в центр еще до заказ. Кто на здесь хорошее место для сражения. Что приказа? Да, мой друг. Сделаю Энерфайр. Тут так, 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 так. Напрачь мой клинок. Кто тут все-таки алтарь. Все-таки алтарь. Что приказа? Так, так, так. С кого начнем? Следим за ТП. Мой клинок. Да. На что жалуетесь? Присты почему-то не алло. Далеко. Очень далеко. Напрачь мой клинок. С кого начнем? Кто-нибудь ранен. Напрачь мой клинок. Есть инфернал.
Он ставит базу, но я ее там тоже убью. Главное, чтобы ТП не прошел случайным образом. Оп, вот он. Так, приветствую, поехали. Так, 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 где ты? Ультуй, 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 ультуй. Можно, Таурена сейчас надо заслипать. Не заслипал Таурена. Ой, как хорошо там. Сало можешь кинуть на Таурена? Давай сало на Таурена. А тут хил. Соответственно, хекс. Сейчас можно уже телепорт делать. Убьем еще Бладмейджа. Короче, это ГГ. Все, Таурен вообще ничего не сделал. ГГ, не. ГГ. Все, бас у него нет, получается. Он ливнул. Остался снежок. Я не знаю, где этот снежок, но... Ну это все. А вот снежок бегает. 5-го левела. Да, мой друг. Сейчас вертолетики сделаем. Они уже летят вовсю. Облетим, соответственно, карту. Разрешите взгляд. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Борт на связи. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать. Тут еще так, 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 так. И тут еще. Куда летим? Так, 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 так. Врубаю фарту приказа. Грифонов можно тоже. Выполню любой. Но они приказ. Хуже, конечно, справляются с задачей. Можешь на меня положиться. Что приказа? Кто-нибудь ранен? Где враг? Нормально сыграли. Ну, то есть, особо без интереса, на самом деле, сейчас. А, вот, пожалуйста, снежок. Восстановил героя. В том плане, что не было серьезной интриги. Понимаете? То есть, был только один Half-Bred с неплохими весьма героями. Что там, Турен, Панда. Правда, Bloodmage, но его тоже можно перетерпеть. Вот, а в остальном-то он тоже герой очень хороший. С кого начнем? Для тебя, Бобер, прислал что-то Фархим. А, ой, классная штука. Направь мой клинок. Чем я там выбрался из убежища? Fallout обязательно буду стримить. Верно. Что приказа? Направь мой клинок. Указаний. Приветствую. Летаем, смотрим, где снежок. С кого начнем? Это не последнее здание, точно. Вижу виспа. Он где-то вот в нижней части, учитывая то, что висп пошел именно здесь. То есть он его построил и увел влево. То есть, скорее всего, у него здесь где-то дерево. Или вот здесь вот недокачано. Что приказа? Да, опять работа? Да. Ну, где враг? Это же вопрос времени. Тут даже никаких сомнений нет. Он особо не подкопил армию. Ой, в смысле бабло. С удовольствием. То есть, да, вот, пожалуйста, виспы в разные стороны, значит, сейчас. Здесь... Где враг? Здесь у него база. Где он сейчас будет... Думаешь? Что приказа? Подбешивать разными зданиями. Да. Не подведу. Кто на очереди? Что приказа? Надо еще больше вертолетов сделать. Что приказа? Кто на очереди? Борт на связи. Где враг? Направь мой клинок. Что приказа? Положись на меня. Кто на очереди? На нас напасть. Где... Шансов нет. С кого начнем? Кто-нибудь ранен? Танк убьет. Где враг? Вот эту штуку. Зоркий глаз. Да брось, ты что, брось, куда ты? Отлично. Ну я ищу. Что приказа? Вижу еще одну базу. Где враг? Что приказа? Умри! С кого начнем? А, ну понятно. Кто на очереди? Что на нас напасть? Пошли разводы топичевские. Выполню любой приказ. Просто топ. Полетели. ТП у него нет, поэтому надо просто ловить и ломать ему ноги. Золотой Панда, правда, шестая. Обрушился. Хорошо. Это неприятный момент. Ваш вердикт. Кто на очереди? Ваше решение. С кого начнем? Направь мой клинок. Куда с кого начнем? Асфалано. Кто на очереди? Что очень, на очень странный. Огласите приговор. Где враг? Что приказа? Ваш вердикт. Приветствую. Панда ультует. Кидаю инфернала. Делаю хекс, делаю хил, делаю ножик.
Закон это я. Нажим. Убиваю этого. Иду. С кого начнем? Аспалано. Надо сыху поймать, естественно. Было. Где враг? Направь мой клинок. На сыху я не поймал. Я готов. И очень-очень зря. Может, не доигрывать вообще? Хотя ладно, надо завершить начатое. Сейчас сделаем много вертолетиков. Будем бомбить. Где враг? Будет у меня и разведка, и... Положись на меня. И тут еще дерево делает. Куда летим? Понимаете, вот радость у человека. Будет исполнено. Жду указаний. Суд будет быстро. Что, больше не нужно? Все ясно. Суд будет Дай базу быстро. Построить. Ну ничего. Что нужно, смертный? Чего ловить с меня с базу-то и все? Ну в смысле, как ты с меня с базы-то? Что приказа? Ваше решение. На нас напали. Справедливость восторжествует. Направь мой клинок. Так, Дан поливает. Скоро на охоту. Тут сварм. Асфалано. Закон Кто это я. Привет. Текст у него еще. В смысле, став куда-то идет, непонятно куда. Панда умирает. Опять работа. Да. На нас напали. Ну, я пошел. Где враг? ГГ. Ну все. На этом заканчиваем трансляцию. Спасибо вам за внимание. Помните, что в воскресенье будет все-таки... Ну, выходные. Не воскресенье, выходные будет Vermintide. А до выходных осталось там буквально чего. Сегодня уже... Ну, уже пятница, да, получается, 6 число. Да. Вполне возможно, что тоже на выходных будет трансляция по сайту. Хотя, наверное, лучше дать больше времени подготовиться. Давайте в начале следующего недели, в начале следующей недели трансляция по сайту. Там много новостей. Там резиновая главка с готовой лентой, там и апдейты по приложениям, там... Ой, что там еще хорошего-то было? Там очень много, короче, вещей. Новости я постепенно заполняю. В общем, подписывайтесь, чтобы не пропустить следующую трансляцию, и увидимся с вами... Ну, точно на выходных увидимся. Прям точно увидимся на выходных. А может быть и завтра. То есть уже сегодня. Пока.